Глава 11. Сезон 1913-14 года ознаменовался новой встречей и увлечением. Осенью Александр Александрович собрался в музыкальную драму, которая помещалась тогда в театре консерватории. Его привлекала Кармен. Он уже видел эту оперу в исполнении Марии Гай, которая ему очень понравилась, но особенно сильного впечатления он тогда не вынес. В музыкальной драме он увидел в роли Кармен известную артистку Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответствием всего ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Примечание. Любовь Александровна Андреева Дельмас, 1884-1969. Смотри очерк Горелого, Александр Блок и его Кармен,

Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашел его полное воплощение в огненно-страстной игре, обаятельном облике и увлекательном пенье Дельмас. Так как отзвук забытого гимна в моей черной и дикой судьбе. О, Кармен, мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе. В том раю тишина бездыханна, Только в куще сплетенных ветвей Дивный голос твой, низкий и странный, Славит бурю цыганских страстей. Александр Александрович много раз слышал Кармен в том же пленительном исполнении. В марте произошло его первое знакомство с Дельмас в театре музыкальной драмы, и в жизни Артистка не обманула предчувствие поэта. В ней нашел он ту стихийную страстность, которая влекла его со сцены. Образ ее, неразрывно связанный с обликом Кармен, отразился в цикле стихов, посвященных ей. Да, велика притягательная сила этой женщины. Прекрасной линии ее высокого гибкого стана, пышно золотой руной ее рыжих волос, обаятельно неправильное, переменчивое лицо, неотразимо влекущее кокетство и при этом талант, огненный артистический темперамент и голос, так глубоко звучащий на низких нотах. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив, весь он солнечный, легкий, праздничный. От него веет душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же трудно, как с той из новеллы Мериме, на которую написал Безе свою неувидаемую оперу. Это увлечение, отливы и приливы которого можно проследить в стихах блока не только цикла Кармен, но и цикла Арфа и Скрипки, длилось несколько лет. Отношения между поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его дней. В 1914 году написан цикл стихов Кармен. С января этого года Александр Александрович принял участие в новом журнале Любовь к трем апельсинам, основанном Мирхольдом и Владимиром Николаевичем Соловьевым, режиссером, литератором и драматургом, разделявшим идеи Мирхольда о новом театре с упрощенной обстановкой и возобновлением забытого жанра комедия дель-арте. Примечание. Сводку данных об отношении Блока к Соловьеву 1888-1941 «Смотри. Литературное наследство. Том 92. Книга 3. Страница 124-125». Александр Александрович не сочувствовал теориям Мерхольда и Соловьева, но из дружеского отношения к ним согласился принять участие в их журнале в качестве редактора отдела стихов. В одном из первых номеров – появились стихи Анны Ахматовой, посвященные ему, и его ответ на эти стихи. В другом стихи Зинаиды Гиппиус. В августе напечатан цикл стихов «Кармен». Практически Мирхольд воплощал свои идеи в студии, возникшей с осени этого сезона, которую посещала, между прочим, Любовь Дмитриевна. На Пасхе Мирхольд поставил в зале Тенишевского училища балаганчик и незнакомку Блока в исполнении своей студии. В постановке, давшей образчик работы студии, было много праздничного и остроумного. Скучный тенишевский зал расцветился пестрыми бумажными фонарями и другими украшениями, Слуги просцениума в оригинальных костюмах на глазах у зрителей разбирали и ставили декорации, причем сам Мерхольд работал наравне с ними. В антракте в публику бросали апельсины, под знаком которых давались спектакли. Сначала шла незнакомка. Два первых видения играли внизу перед подмостками. На месте кабачка был воздвигнут мост, на котором встречались все действующие лица последующего видения. Третье, в гостиной, происходило на подмостках и было поставлено в духе гротеска. У действующих лиц были наклеены носы, и все они двигались автоматически, почти как куклы. Посетители кабачка были тоже с наклеенными носами. В балаганчике первая картина шла на подмостках, вторая — внизу. Играли, в общем, слабо, были только отдельные удачные моменты. Но на спектакль это не следовало смотреть, как на театральные достижения. Это была дружная и серьезная студийная работа, вполне бескорыстная. Все участники спектакля работали даром, горя желанием служить искусству и с благоговением относились к замыслу автора. Любовь Дмитриевна принимала живое участие в постановке пьес. Она шила костюмы и играла даму-хозяйку из третьего видения незнакомки. Жаль было видеть ее в этой неприятной роли, еще подчеркнутой трактовкой Мирхольда. Александр Александрович отнесся к этому представлению как к интересной попытке — он был в тот вечер в хорошем настроении и все принимал благодушно. Кроме того, ему было все-таки приятно видеть свою пьесу на сцене. Судьба не баловала его в этом отношении. Спектакли Мирхольда шли всю пасхальную неделю. Успех был средний. На лето Любовь Дмитриевна опять поступила в труппу Зонова, которая играла в Кокколе, выступала в нескольких больших ролях и с успехом. Блок оставался в Петербурге до 8 июня. Весной он часто встречался с Дельмас, видался с друзьями, чаще всего с Ивановым, который переживал тогда большое личное горе. В это же время Александр Александрович сделал первые шаги к постановке «Розы и креста». Он передал драму через мир Хольда цензору Дризину, но дело с цензурой затянулось чуть не на целый год, так как опасались, что пьесу не пропустит духовная цензура — между прочим, смущало название, которое могло показаться кощунственным с ортодоксальной точки зрения. Приехав в Шахматово, Блок занялся переводом новеллы Флобера «Святой Юлиан Странноприимец», предназначавшимся для полного собрания сочинений Флобера в издании Гржебина «Шиповник». Перевод выходил неровный, местами очень хороший, местами слабый. Александр Александрович не довел его до совершенства и оставил в незаконченном виде. Он так и не появился в печати. Александра Андреевна переводила для того же издания переписку Флобера, которая должна была выходить под редакцией блока. Работа эта закончена, но напечатан только первый том писем. А всех их три. Между тем события шли своим чередом, грянула вести войне, которая непосредственно коснулась и нас, так как в семье был военный. Александра Андреевна получила телеграмму от мужа, вызывавшего ее в Петербург. Франц Феликсович лечился в туалете в Крыму от болезни почек. Начальство вызвало его в Петербург по случаю мобилизации. 19 июля сестра уехала из Шахматова вместе с Александром Александровичем. Я осталась одна с прислугой хозяйничать и доживать лето. Бригада, которой командовал Франц Феликсович, стояла в Петергофе. В мирное время он ездил туда только изредка, так как обязанности бригадного командира не сложны. Теперь же ему пришлось переселиться на казенную квартиру в Петергоф для приведения бригады в боевой порядок. Поехала с ним и Александра Андреевна. Петербургскую квартиру Кублицкой оставили за собой, так как в Петергофе приходилось жить только до выступления в поход, которого ждали вскоре. Александр Александрович встретил весть о войне с волнением и какой-то надеждой. На войну он не рвался, это было ему не свойственно, но он пожелал участвовать в работе, имевшей касательство к войне. Он поступил в ближайшее районное попечительство, оказывавшее помощь семьям запасных, и работал в комитете, председательницей которого была некая ДЭП. Он делал обследования, собирал пожертвования и так далее. Любовь Дмитриевна готовилась в сестры милосердия. Она прошла подготовительный курс сестер, причем ходила за ранеными в Александровской больнице. В конце августа она уехала на войну в одном из первых отрядов Кауфмановской общины. В госпитале, оборудованном на средства семьи Терещенко, все мы, разумеется, ее провожали. Она работала главным образом в Львовском госпитале, провела на театре войны 9 месяцев. Из нее вышла образцовая сестра Милосердия не сентиментально слезливая, пишущая письма солдатикам, часто в ущерб более важным обязанностям, но строго исполнительная, энергичная, неутомимая и авторитетная. Франц Феликсович отправился на войну в октябре. Бригада его выступила из Петербурга, куда и переселились Кублицкие незадолго до выступления в поход. Франц Феликсович проделал всю боевую кампанию. Он командовал сначала бригадой, потом дивизией, участвовал в в Галицийском походе, составляя часть армии Брусилова. Отчим Блока был честнейший и исполнительный служака. Неукоснительно заботился о солдатах, ходил по окопам, несмотря на плохое здоровье и слабые ноги, но боевых качеств, молодечества, лихости, энергии у него не было. Показать товар лицом он тоже никогда не умел, и потому карьеры не сделал и даже не получил Георгия, хотя и был представлен к этому ордену за несомненные заслуги. Во время пребывания Александра Андреевны в Петергофе сын подробно сообщал ей обо всех известиях, получаемых от жены. Любовь Дмитриевна была очень занята, особенно первое время, и потому писала редко. 28 сентября 1914 года Блок пишет «Мама, сегодня я получил, наконец, письмо от Любы. Она с трудом нашла свободный час, чтобы написать. Она сидит отрезанная от всего мира в большой палате, устроенной ей самой. Из 25 кроватей 23 заняты ранеными. Устраивать было трудно, потому что здание было страшно грязное. Сначала кадетский дуртуар. Это было помещение кадетского корпуса. Потом стояли войска. Потом австрийский госпиталь. Потом русский госпиталь с монахами. И, наконец, их госпиталь. В коридорах в грязи лежали 200 раненых которых несколько дней с шести часов утра до одиннадцати вечера мыли и приносили в палаты. Обед — полчаса и чай — десять минут, а потом сестры засыпают, как убитые. Теперь у Любы кровати чистые и все перевязаны. Очень тяжелых дали более опытным сестрам. Однако одному из Любиных отрезали ногу. На другой день он уже хохотал над какой-то шуткой. Люба ничего не знает о войне, только с утра до вечера делает все, что нужно для раненых. В конце письма приписка. «Вчера вечером у меня был пясто, сегодня обедали вчетвером я, Мирхольд и две собаки мадам Сувориной, очень хорошо воспитанные, породы лумб». Блок несколько раз побывал у матери в Петергофе, хотя и был очень занят в то время, Вскоре по приезде в он начал работать над собранием стихов Аполлона Григорьева, которое должно было выйти с его примечаниями и вступительной статьей. Для этого он ходил в библиотеку Академии наук и в публичную библиотеку, где разыскивал стихи Григорьева и собирал материалы для статей и примечаний. Примечания. О работе Блока над изданием Аполлона Григорьева смотри «Ланда» Мелодия книги Александр Блок, редактор Москва, 1982, страница 32-51. Работа эта ему очень нравилась. Я каждый день занимаюсь подолгу в Академии наук, иногда еще и дома, пишет он матери, и потому чувствую себя гораздо уравновешеннее. За работой проводил он часов пять в день. Вернувшись из Петергофа, Александра Андреевна продолжала заниматься переводом писем Флобера, держала корректуру тропинки и поджидала, не придет ли сын. Он приходил довольно часто, но ненадолго, или к обеду, или среди дня, когда мать пила чай. Просидев часа два-три, он уходил, внезапно поднявшись с места с короткой фразой «Ну, я пойду». Заходил он и к вечернему чаю. Иногда в таких случаях появлялась дельмас, принося с собой праздничную атмосферу — и запах свежих и тонких духов. В этом сезоне Александр Александрович много и плодотворно работал, имея дело с разными издателями. Продолжая посещать издательство «Сирин», в работе которого он принимал живое участие, он устроил мимоходом дела Андрея Белого, который жил в то время в швейцарском городке Дорнахе, где строился знаменитый Иоанновский храм под наблюдением доктора Штейнера. Александр Александрович знал, что Борис Николаевич в очень стесненном положении. Он подал Терещенко мысль сделать отдельную книгу из его романа «Петербург», напечатанного в альманахах Сирина, что и было исполнено. Гонорар, полученный за эту книгу, дал возможность Борису Николаевичу пополнить свои средства и погасить ту суду, который помог ему Александр Александрович в то время, когда тот писал свой роман. В 1915 году Сирин прекратил свое существование, так как Терещенко не находил возможным продолжать это дело в военное время. Он обратил свою энергию на нужды войны, предоставив распоряжение военных организаций несколько грандиозных сооружений. Зимой 1915 года Александр Александрович написал статью об Аполлоне Григорьеве и продолжал заниматься в библиотеках, собирая материалы, но уже менее пристально, так как многое было сделано. Еще осенью начал он писать поэму «Соловьиный сад». В этой поэме есть отзвуки последнего заграничного путешествия. В гитаре была вилла, с оградой которой свешивались вьющиеся розы. Блоки часто проходили мимо нее и видели на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом. Среди зимы приезжал на короткое время в Петербург Франц Феликсович. Любовь Дмитриевна вернулась из Львова в мае 1915 года. Летом она играла в труппе Зонова в Кокколе. В этом году Блок оставался в Петербурге до конца июня. Он держал корректуру статьи об Аполлоне Григорьеве, заканчивал работу в библиотеках и писал автобиографический очерк, заказанный ему Венгеровым для редактируемой им русской литературы XX века. Эта статья была лишь дополнением того, что печаталось прежде в сборнике Фидлера. Примечание. Федор Федорович Фидлер, 1859-1917, переводчик русских поэтов на немецкий язык. У Бикетовой речь идет о сборнике «Первые литературные шаги. Санкт-Петербург. 1911, куда вошли автобиографии 54 русских писателей. Смотри, из дневника Фидлера, публикации Константинова Азадовского, «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 831-838. В конце мая Александр Александрович узнал, что Роза и Крест пропущена цензурой без всяких ограничений. Около этого времени он сообщал матери, что написал краткие сведения о Розе и Кресте для композитора Базилевского, который написал музыку на его драму и собирался исполнять ее в Москве. Сведения нужны были для концертной программы. Тут же Александр Александрович прибавляет, Базилевский пишет, что свободный театр думает о постановке «Розы и креста». Чеботаревская — сообщила, что Немирович Данченко тоже думает, и сказал кому-то об этом. Примечание. Композитор Юрий Петрович Базилевский, сохранилось четыре его письма к блоку, Александра Николаевна Чеботаревская, 1869-1925, переводчица, сестра жены Федора Сологуба. Таким черепашним шагом шло дело с постановкой «Розы и креста», так и не доведенное до конца. Описывая, как он проводит время, Александр Александрович писал матери 13 июня 1915 года. «Я проехал как-то вверх по Неве на пароходе, окраины а очень грандиозные и русские, и по грандиозности, и по нелепости с ней соединенной. За Смольным начинаются необозримые хлебные склады, элеваторы». Товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы и буксиры с именами «Пророк», «Воля» режут большие волны. Сочиняю автобиографию и повадился ходить к букинисту, у которого скупают десятки интересных книг по пятаку. Вчера встретил Зарудного, сенатор и цыганист, друг художественного театра, который, проводив книппер, шатался без дела. Примечание. Сергей Митрофанович Зарудный, родился в 1865 году, дата смерти неизвестна. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, 1870-1959, артистка МХТ. Я его завез к себе. Он читал очень хорошо стихи Вольтера, нарисовал меня совсем не похоже и рассказал анекдот о том, как К.Р просил его раз прочесть мои стихи. Примечание. К.Р. псевдоним поэта великого князя Константина Константиновича 1858-1915. Он прочел незнакомку. К.Р. возмутился. Когда же он прочел «Озрены церковные ступени», К.Р. нашел, что это лучшее. Знает ее наизусть, потому что в озерках жила одна женщина с носка блока очевидно, уловил родственное, немецкое. Блок оставался в Петербурге весь май и июнь. В шахматове никакой большой литературной работы у него не было. Он много гулял и работал в саду, делая новые вырубки и посадки, наблюдая за работой земляника, который делал в саду перед домом насыпь, предназначавшуюся для новых цветников. В конце лета приезжал на неделю Дельмас. Она пела нам, аккомпанируя себе на нашем старом пиано каре напоминавшем клавесин, и из Кармены, и из Хованщины, и просто цыганские другие романсы. Между прочим, из Стеньку Разина, из-за острова Настрежень. Необыкновенно хорошо выходил у нее роман с Бородина «Для берегов отчизны дальней». Такого проникновенного исполнения этой вещи я никогда не слыхал. Блок особенно любил и эти стихи Пушкина, и музыку Бородина. Во время пребывания Дельмас погода была все время хорошая. Они с Александром Александровичем много гуляли и разводили костер под шахматовским садом, одно из любимейших занятий Блока. Все мы с волнением читали газеты, следя за войной. Франц Феликсович писал довольно часто, его здоровье поправилось от постоянного пребывания на воздухе в хорошем климате. И он ни разу не был ранен, хотя ему случалось быть в очень опасном положении на виду, так что рядом с ним падали люди и лошади. По возвращении в Петербург Александр Александрович получил очень интересный заказ от Горького, который собирался издавать сборники литературы всех народов, входивших в состав Русской империи. Примечание. Имеется в виду поэзия Армении с древнейших времен до наших дней. Москва, 1916 год сборник латышской литературы, Петроград, 1916 год, сборник финляндской литературы, Петроград, 1917 год, вышедший под редакцией Брюсова и два последних Горького, при участии крупнейших русских поэтов, в том числе Блока. Он предложил поэтам выбрать для перевода то, что им нравится. Блок взялся переводить армянских, латышских и финских поэтов. Для этого он просил Горького познакомить его или с поэтами, или с другими знатоками языков избранных им народностей. У него перебывали представители четырех наций, в том числе и шведской, так как один из финнов писал по-шведски. Александр Александрович не удовлетворился одним подстрочником, он просил читать стихи вслух, чтобы запомнить их ритмы. При этом он выказал поразительную память, запомнив не только ритм, но и целые строфы стихов на совершенно незнакомых ему языках. Им очень нравилось декламировать их нам с матерью. Переводами этими он увлекался. Все они хороши, но лучше всего удались ему переводы прекрасных стихов армянского поэта Исаак Яна. Когда вышел армянский сборник, май 1916 года, Александр Александрович получил из Москвы телеграмму от кружка армян, которые благодарили его за перевод и выражали ему свою горячую симпатию. В этом сезоне Александру Александровичу пришлось съездить в Москву. Слухи о том, что Немирович Данченко думает ставить розу и крест, оказались верными. Художественный театр известил об этом Александра Александровича и пригласил его в Москву для первых работ по постановке пьесы. Это было в конце марта. Москвичи обласкали Блока. Он провел в Москве приятнейшую неделю, во время которой было сделано много, а между тем он и развлекся, и освежился. В письме от 31 марта 1916 года он пишет «Мама, я так занят, что только сегодня собрался написать. Несмотря на то, что к вечеру устаю до неприличия, чувствую себя в своей тарелке. Каждый день в половине второго хожу на репетицию, расходимся в шестом часу. А как говорю, главным образом я читаю пьесу и объясняю. Еще говорят Станиславский, Немирович и Лужский» а остальные делают замечания и задают вопросы. Роли несколько изменены. Качалов захотел играть Бертрана, первоначально он взял роль Гаэтана. А Гаэтана будет играть актер, которого я видел Мефистофелем в Гетовском Фаусте у Незлобина. Хороший актер. Граф, вероятно, Массолитинов. За Качалова я мало боюсь, он делает очень тонкие замечания. Немного боюсь за Алису. Слишком молодая и тонкая, может быть, переменим. Вишневский справедливо заметил, что для нее нужны формочки. Алискан Берсенев. Думаю, будет хороший. У Станиславского какие-то сложные планы постановки, которые будем пробовать. Волнует меня вопрос, по-видимому, уже решенный, а Гзовской и Германовой. Гзовская очень хорошо слушает, хочет играть, но она любит Игоря Северянина и боится делать себя смуглой, чтобы сохранить дрожание собственных ресниц. Кроме того, я в нее никак не могу влюбиться. Германову же я вчера смотрел в пьесе Мережковского «Будет радость». И стал уже влюбляться по своему обычаю. В антракте столкнулся с ней около уборной. Она жалела, что не играет и Зору, сказала, «Говорят, я состарилась». После этого я, разумеется, еще немного больше влюбился в нее, при этом говор у нее для Изоры невозможный мне, впрочем, очень нравится, но зато наружность и движение удивительны. Примечание. Бекетова пишет об актерах художественного театра того времени. Василий Васильевич Лужском, Калужском, 1869-1931, Василий Иванович Качалове, Швирубовиче, 1875-1948, сводка данных о его взаимоотношениях с Блоком,

1884-1962, смотри ее мемуары, блок в Московском художественном театре, воспоминания, том 2, страница 115-134, сравни также «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 46-47, Марии Николаевне Германовой, 1884-1940. 4 апреля. Работаем каждый день. Я часами говорю, объясняю, как со своими. Разумеется, трачу все-таки много сил, но никакой надрывной усталости нет. На днях провел ночь у Качалова с цыганами и Крюшоном. Это было восхитительно. Бертран, Гайтан и Алискан у меня заряжены. С Изорой проводим целые часы. Сегодня, наконец, к ней пойду опять говорить. Гзовская и умна, и талантливая и тонка, но страшно чужая. В мае художественный театр приезжает с четырьмя пьесами, и мы все опять увидимся. Встретился с Книппер. Она от Алисы уклонилась, хотя я и пробовал ей доказать, что ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. Примечание. Цитата из «Горя от ума» реплика Молчалина. Она пришла утром в театр действительно со шпицем. Моя Алиса по наружности более похожа на Изору, Жданова. Примечание. Мария Александровна Жданова. Первоначально на роль Алисы планировалась Лилина. Капеллан Массолитинов, граф Лужский. Всю эту весну и лето Александр Александрович провел в Петербурге. Любовь Дмитриевна играла в труппе Измайловского полка, состоявшей из освобожденных от призыва артистов, выступала в ответственных ролях и имела успех. Между тем война шла ускоренным темпом. Со дня на день Нужно было ожидать времени, когда призовут войско всех мужчин, возраста, блока. Приходилось решать вопрос о том, в какой форме нести военную службу. Александр Александрович не был склонен сражаться, тем более, что не питал никакой вражды к немцам. В мае 1916 года Александр Александрович еще спокойно занимался своими делами в Петербурге, думая, что его призовут не скоро. Он интересовался шахматовскими делами, результатами своей работы в саду. 7 мая пишет «Напиши мне, очень ли редок сад и не опустилась ли насыпь, и не проросла ли сирень от старых корней направо от балкона и акация, где они выкорчеваны?» Вырубка производилась в предыдущем году. «Принялся ли подсаженный шиповник? Как чувствуют себя флоксы? Не пропал ли красный?» многолетний флок, сопосаженный им осенью. 11 мая, мама, я получил твое письмо и захотел в шахматово, но с другой стороны я как будто начинаю писать, боюсь сглазить. 4 июня он пишет, мама, сейчас наконец окончена мною первая глава поэмы Возмездие. С прологом она составляет 1019 стихов. Если принять во внимание статистику поэм, написанных четырехстопным ямбом, то выходит у Лермонтова обе части демона 1139 стихов, Боярин Орша 1066 стихов, У Боротынского бал 658 стихов, Эда 683 и только наложница цыганка 7 глав 1208 стихов. Если таким образом мне удастся написать еще вторую и третью главы и эпилог, что требуется по плану поэма, может разрастись до размеров Онегина. Каково бы ни было качество, в количестве работы я эти дни превзошел даже некоторых прилежных стихотворцев. 16 июня. Не еду, потому что, надеюсь, может быть, и тщетно еще что-нибудь написать. Лухое лето без особых беспокойств в городе, где перед глазами пестрит, но ничего по-настоящему не принимаешь к сердцу, кажется, единственное условие, при котором я могу по-настоящему работать. Так было когда-то с вольными мыслями, потом с розой и крестом, теперь с поэмой. Мне очень печально и неудобно, что это так, но для изменения этих условий надо ждать старости. Должно быть, ждать больше нечего. Между прочим, у меня на виске есть, наконец, седой волос. Он уже, кажется, год или больше, но Люба признала его только теперь. Однако мне еще можно сказать, как Дон Карлос сказал Лауре, «Ты молода и будешь молода еще лет пять или шесть». Примечание. Из пьесы Пушкина «Каменный гость». Ранней весной этого года, 1916-го, печатались в Мусагете стихотворения блоков в трех книгах и театр «Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка» и «Роза и крест». Мимоходом Александр Александрович сообщает матери, «На моей книге большой спрос. Присланные из Москвы партии распродаются складом в несколько часов, так что у меня до сих пор нет авторских экземпляров». И в другом письме «Мои книжные дела блестящие, Театра в две недели распродано около двух тысяч, и мы приступаем уже к новому изданию. В мае произошло одно событие, приятно взволновавшее блока. Женился Евгений Павлович Иванов. 23 мая Александр Александрович пишет: Мама, я сейчас обвенчал Женю. Свадьба была простая, благообразная и при солнечном свете. Священник показался мне очень милым. Женя был причесан гладко и стоял прямо. Невеста была в белом платье, хотя без фаты. Жениными шаферами были я и пяст, а у невесты Александр Палч и Женин-сослуживец. Роман Евгений Павлович был необычайный, и все подробности, приведшие к свадьбе, были хорошо известны блоку и составляли предмет его забот и внимания. В том же письме он сообщает новости, касающиеся розы и креста. Лужский написал, что мне до осени приезжать, очевидно, не придется. Покажут они, что сделали только своему начальству. Музыку Базилевского забраковали. Опера и модерн, — писала Гзовская. Яновский скоро представит, но, скорее всего, будет Василенко. Декорации, вероятно, будет отчасти делать Добужинский и театральные художники. Примечание.

8 июня 16 года Лужский писал Блоку, что музыка Яновского не дурна, а роман с Гаэтана не удался. Александр Блок, переписка, аннотированный каталог, выпуск 2, Москва, 1979 год, страница 309 Мстислав Валерьянович Добужинский, 1875-1957, художник, о его декорациях к Розе и кресту смотри Воспоминания Том 2, страница 442, 443 Москва, Добужинские Воспоминания Москва 1987, страница 256, 257. Гзовская пишет, что ей очень трудно, но она кое-что сделала. Александр Александрович два раза ходил смотреть игру Гзовской в кинематографии и по этому поводу пишет. Я убеждаю, что Станиславский глубоко прав. Она так называемая характерная актриса, и в этом направлении может сделать очень много. Поэтому я надеюсь придать и Зоре на сцене художественного театра очень желательные для меня простонародные черты. В письме от 16 июня еще до призыва есть чрезвычайно интересный и характерный для Александра Александровича отзыв о книге «Добротолюбие». Я привожу его целиком. «Я достал первый том того «Добротолюбия», «Любовь к прекрасному, высокому», о котором говорила Ольга Форш. Это, собственно, сокращенная патрология, сочинение разных отцов церкви, подвижников и монахов, пять огромных томов, Переводы с греческого не всегда удовлетворительные, дополненные попами, уснащенные церковнославянскими текстами из книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета, неизменно неубедительными для меня. Все это отрицательные стороны. Тем не менее, в сочинениях монаха Евагрия, IV век, который я прочел, есть гениальные вещи. Он был человеком очень страстным, и православные переводчики, как ни старались, не могли уничтожить того, действительного реализма, который роднит его, например, со Стринбергом. Таковы главным образом главы о борьбе с бесами. Очень простые и полезные наблюдения, часто известные, разумеется, и художникам, того типа, которому принадлежу и я. Выводы его часто неожиданны и именно по-художнически скромны. Таких человеческих выводов я никогда не встречал у святых, натерпевшихся достаточно от жестокой, бешеной, Новозаветной метафизики, которые людей полнокровных вроде нас с тобой запугивает и отвращает от себя. Метафизика, в смысле сверхъестественности, наперекор естеству сноска Блока. Мне лично занятно, что отношение Евагрия к демонам точно таково же, каково мое к двойникам, например. Статья о символизме. Вечный монашеский прием, как известно, толковать тексты Святого Писания, опираясь на свой личный опыт. У меня очень странное впечатление от этого. Тексты: все до одного остаются мертвыми, а опыт живой. Примечание: Этот экземпляр добротолюбия с пометами блока сохранился библиотека, выпуск 1, страницы 267, 269. Это последнее спокойное письмо. Затем начинаются слухи о близком призыве, хлопоты о том, куда поступить и так далее. Блок заранее обеспечил себе возможность поступить вольно определяющимся в разные полки. Всего желательнее казалось ему служить в артиллерийском дивизионе под начальством родственника М.Т. Блок, вдовы Александра Львовича. «Во всяком случае, надо приготовиться к осени», — пишет он матери 25 июня. «И я думаю, теперь же сделать платье и купить все, что нужно, чтобы можно было вовремя ехать в дивизион. В этом же письме сообщается, вчера было очень весело, у нас обедали Княжнин и Верховский, и далее. Я все еще не могу решиться ехать в Шахматово. Пока еще есть разные дела, кроме возможности писать, по-видимому, проблематической. Между делом Александр Александрович усиленно хлопотал о том, чтобы освободить от призыва княжнина. Пристроив его на заводе. В конце концов, это ему не удалось вспомниться, и он устроил его как-то иначе. Поговорив с неким вольно определяющимся и узнав все условия службы, Блок пишет 28 июня. Из подробных его рассказов я увидел ясно, что я туда не пойду. Таким образом, это отпадает, и что предпринять, я не знаю. Знаю одно, что променять штатское состояние на военное едва ли в моих силах. Сегодня пойду к Зоргенфрею, Зору, который может что-то мне посоветовать. Писать поэму, по-видимому, больше не удастся. Примечание. Вильгельм Александрович Зоргенфрей, 1882-1938, поэт, переводчик, его мемуары о блоке, воспоминания, том 2, страница 7, 39. Смотри также Чертков. Зоргенфрей, спутник блока. Русская филология. Тарту, 1967. Гречишкин, Лавров, Блок. Письма к Зоргенфрею. Русская литература. 1979. Номер 4. После всех волнений и попыток устроиться еще в каких-то полках дело разрешилось внезапно и неожиданно. 7 июля Блок пишет. «Мама, пишу кратко пока, потому что сегодня очень устал от массы сделанных дел. Сегодня я, как ты знаешь, призван». Вместе с тем я уже сегодня зачислен в Организацию Земского и Городского союзов. Звание мое табельщик тринадцатой инженерно-строительной дружины, которая устраивает укрепление, обязанности приблизительно учет работ чернорабочих, форма почти офицерская, с кортиком на днях надену ее. От призыва я тем самым освобожден, буду на офицерском положении вблизи фронта, то и другое мне пока приятно. Устроил Зоргенфрей. Начальник дружины меня знает. Сам он архитектор. Получу бесплатный проезд во втором классе. Жалование около 50 рублей в месяц. Здесь жара страшная, но я пока в деятельном настроении. Дела очень много, так что забываешь многое, что было бы при других условиях трудно. В таком возбужденном настроении Александр Александрович пребывал до самого отъезда. Между делом он видится с друзьями, много гуляет, интересуется спектаклями, в которых играет Любовь Дмитриевна. Чувствую себя очень бодро. Сегодня разговаривал с начальством, получил подъемные деньги, пиштон матери 8 июля. Очень занят он новой формой, надев которую заслужил всеобщее одобрение. Она к ним очень шла. В шахматы он съездил только на один день. Александра Андреевна сама приехала в Петербург после 8 июля, но незадолго до отъезда сына уехала в шахматово, не желая разбивать его бодрое настроение своей тревогой и беспокойством, которое, разумеется, ее грызло. Она боялась и климата пинских болот, и близости фронта, тем более, что хорошо знала склонность Александра Александровича играть с опасностью, испытывая судьбу. Последнее письмо блока из Петербурга 24 июля. Мама, у меня почти все уже готово к отъезду. Провожать меня захотели почему-то Соловьев и Ангелина. Л.А. здесь я предлагал ей съездить в шахматово. Приписка 25 июля. Все сделал и приготовился к отъезду. Господь с тобой, мама. Саша. Глава 12. После отъезда Александра Александровича Дельмас приехал на несколько дней в шахматово, чтобы успокоить и оживить. Мать Блока. Этот приезд был как нельзя более кстати. Сестра слегла в постель от тревоги и горя. Все это было нервное, и я не знала, что предпринять. Дельмас привезла Александре Андреевне письмо от сына, а главное рассказала о том, как бодро он уезжал, и приласкала измученную мать, вдохнув в нее бодрости новые силы. Александра Андреевна быстро поправилась, вскоре встала с постели и принялась за дело. Через несколько дней пришло первое коротенькое письмо Блока с дороги, затем уже более подробное — с места от 2 августа. «Мама, я, вероятно, не буду писать особенно часто. Почвы под ногами нет никакой, большей частью очень скучно, почти ничего еще не делаю. Жить со всеми и так далее я уже привык. Так что страдаю пока только от блох и скуки. Теперь мы живем в большом имении, и некоторые, я в том числе, в княжеском доме. Блох, кажется, изведем. К массе новых впечатлений людей я привык в два дня так, как будто живу здесь месяц. Вообще я более чем когда-нибудь вижу, что нового в человеческих отношениях и прочем никогда ничего не бывает. Я очень соскучился о тебе, Любе, шахматове, квартире и так далее. Лунные ночи олеографические. Люди есть интересные, в кавычках княжеская такса Фока и полицейская собака Фрина гуляют вместе. 7 августа 1916 года. Я здесь поправляюсь, загораю. Я много купался, проехал верхом верст 20 и в грузовом автомобиле верст 80. Как только останавливаюсь, скучно. От я совсем не отвык, устаю мало, хотя часы проводил на солнце в жару градусов 35. В следующем письме 21 августа сообщается о переезде с большой компанией штаба в отряд, где будет дело. В длиннейшем письме, которое писалось несколько воскресенье подряд и послано было с оказией, Блок пишет «Мне захотелось домой. Вообще же я мало думаю, устаю за день, работаю довольно много. Через день во всякую погоду выезжаю верхом на работы, в окопы, в поле и на рубку кольев в лес. Возвращаюсь только к первому часу, к обеду». Потом кое-что пишу в конторе, к вечеру собираются разные сведения, ловятся сбежавшие рабочие, опрашиваются десятники и прочее. Далее сообщается, что устроились очень уютно, в трех комнатах, в избе, в каждой по три человека. На дворе стадо гусей, огромная свинья и поросенок. Днем приходит повар и мальчишка Эдуард. Повар готовит очень вкусно и довольно разнообразно. Обедаем все вместе. Живем мы все очень дружно. Иногда встречаемся мы тут с офицерами и саперами, по обыкновению возникают разные трения. Пол деревни заселено нашими тремястами рабочими — туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалинцы с каторги, москвичи — всех хуже и всех нахальнее, петербургские, русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, кто просится к доктору, кому что выдать из кладовой, кто в бегах — Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское учение, два эскадрона рубят кусты, скачут через препятствия и прочее. Раз прошла артиллерия, аэроплан кружится иногда над полем, желтеет. Вокруг него шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулеметы щелкают, по всем дорогам ездят дозоры, вестовые, патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, приподнятый над туманом белый собор, красный костел, а посередине поменьше — семинария. Телефон обыкновенно испорчен. Вероятно, мальчишки на нем качаются. В воскресенье 28 августа. Рабочих прибавилось. Пришла большая партия сартов, армян и татар в пестрых костюмах. Они живут отдельно, у них своя кухня, и они во всем резко отличаются от русских. Теперь у нас уже больше 400 человек. Я ездил с визитом к военным саперам с начальником отряда. Приезжал начальник дружины с женой. Было много лошадных, аэропланных, телефонных, кухонных и окопных интересов. Мы строим очень длинную позицию в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем ходы сообщения в поле, в лесу, на болоте, на вырубках, вдоль деревень. Вероятно, будем и обшивать деревом и прочее. Мы живем дружно, очень много хохочем. Понемногу у нас становится много общего. Конфеты и папиросы, которые мы покупаем в лавках в более или менее далеких деревнях, сапожные щетки и ваксы, иногда кровати, мыло. Я ко всему этому привык, и мне это даже нравится. Я могу заснуть, когда рядом разговаривают громко пять человек. Могу не умываться, долго быть без чая, скакать утром в карьер, писать пропуски рабочим, едва встав с кровати. 4 сентября. Опять воскресенье. Все уехали. Единственный день, когда я могу сколько-нибудь отвлечься от отряда и написать письмо. Тебе его передаст на днях Константин Алексеевич Глинка. Очень милый, смелый и честный мальчик, табельщик, потомок композитора. Примечание. Глинка, 1898-1937, студент-медик, впоследствии врач. Смотри. Калинкович, сослуживец Александра Блока. Литературная Россия, 1977, 17 июня. Если хочешь, пришли чего-нибудь вкусного вместе с Любой. Немного, чтобы Глинке было не тяжело вести для всех нас. Как твое здоровье? Я часто думаю о нем. Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый. Потом выпиваем самовары, чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на заваленке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем это много хорошего, но когда это прекратится, все покажется сном. Это письмо привез Александре Андреевне один из товарищей Блока, Идельсон, юрист и астроном. Примечание. Наум Ильич Идельсон, 1885-1951, юрист и математик, сотрудник Пулковской обсерватории. Он был знаком с Блоком еще до службы в армии, приблизительно в 1911 году их познакомил Пяст. В октябре Александр Александрович получил месячный отпуск и съездил в Петербург. Любовь Дмитриевна еще осенью уехала в Оренбург, где играла весь зимний сезон, в труппе антрепренерши Малиновской. На пустой блоковской квартире жила я со своей Аннушкой и Пушком. Пушок — собака. Отпуск прошел как-то незаметно, и Александр Александрович вернулся на Пинский болота к сроку. Еще до отъезда в отпуск он перешел обратно в штаб. Были слухи о каких-то переменах, но оказались ложными. 7 ноября Блок пишет матери из штаба. «Мама, мы сидим с Эдельсоном, который тебе просит кланяться, у камина в комнате в княжеском доме после трудового дня. В доме осталось всего шесть человек, в комнате нас всего трое. Тихий, мягкий снег. Время пошло тише. Ничего не произошло существенного. Никуда мы не едем, все по-старому, только зима». Дни были холодные, но мне тепло в фуфайке и двух одеждах сверху Китель и теплый пиджак навать на улице. Скучно. Мне стало после поездки здесь как-то труднее. Я еще не забыл многого. Потом зима и лошади нет. Я назначен заведующим отделом с 1 ноября. 21 ноября. Жизнь штабная продолжает быть нелепой. Сегодня, впрочем, я чувствую себя лучше, вероятно, потому что проехал вчера верст десять на хорошей лошади. Княгиня закатывает нашей компании ужины, от которых можно издохнуть. сдохнуть. Хороший повар, индюшки, какие-то фарши. Вчера я едва дышал. Я получил обиженное письмо от Леонида Андреева и очень длинное письмо от Немировича, где он описывает все работы. Примечание.

Без зубов Александр Блок и Леонид Андреев. Блоковский сборник, выпуск 1, страница 225-320. Письмо от Немировича Данченко от 1 ноября 1916 года. Владимир Иванович Немирович Данченко, театральное наследие, том 2, Москва, 1954, страница 338-341. Пишет, что меня не понадобится, по крайней мере, месяц от 1 ноября. Алису играет Лилина. Примечание. Мария Петровна Лилина, 1866-1943, актриса МХТ, жена Станиславского. Он боится за Гаэтана, Алискана и некоторых других, очень увлечен. Музыка едва ли будет Рахманинова, он занят, Метнера тоже еще, кажется, не уговорили. Всех прежних композиторов забраковали. Примечание Бикетовой. Обязанности начальника дружины временно исполняет Лукашевич. Мы с ним в лучших отношениях. Я уже воспользовался этим и повысил плату одному рабочему. 27 ноября. Мама. Жить здесь стало гораздо хуже, чем было летом. Гораздо более одиноко, потому что все окружающие ссорятся, а по вечерам слишком часто происходят ужины старших чинов штаба и бессмысленное сидение их, и мое в том числе, в гостиной. От этого все низшие чины на нас начинают коситься и образуются партии. Положительные стороны для меня — Довольно много работы в последние дни, тревожные газеты, которые я теперь всегда читаю, сильный ветер. Сейчас, кроме того, горят на востоке не то леса, не то болото, зарево в полнеба. Колонны дома розовые вечером и рядом с Заревом встает луна. Следующая открытка от 2 декабря касается поэмы возмездия. Александра Андреевна вела переговоры с Труве о напечатании первой главы с прологом в русской мысли и спрашивала Александра Александровича, можно ли заменить имя Анны Павловны Вревской Ольгой Павловной. 7 декабря он пишет. «Мама, вероятно, ты получаешь не все письма. Например, не получила открытку, в которой написано, что Ольга Павловна вполне допустима. Вообще известие о том, что поэма пошла мне приятно. Пишу я нечасто. Очень трудно выбрать время. К сожалению, не потому что много дела, а потому что жизнь складывается глупо, неприятно, нелепо и некрасиво. Редкие дни бывают хорошо, а все остальное бестолково, противоречиво и мелочно». Удовольствие мне доставляют твои довольно редкие письма и редкие минуты, когда я остаюсь один. Например, вчера к вечеру, в поле, на лошади. О девятнадцатом веке я все-таки не меняю мнение, да и сейчас чувствую его на собственной шкуре. Меня окружают его детище. Есть и ничтожные, есть и семи пядей во лбу. В одном только все сходны, не чувствуют уродства своего и чужого. Таковы и эстеты, и неэстеты, и красивые, и некрасивые. 15 декабря. Не пишу, кажется, давно, потому что у меня исключительно много работы, и Дельсон болен инфлюенцией. Я заведую партией вместо него. Сижу в конторе с утра, часов до семи, а потом начинается ужин, шахматы и прочее. Работа бывает трудная, но она скрасила до некоторой степени то, о чем я тебе писал. В отпуск я не поеду. Пока конца нет, пожалуй, здесь лучше, только очень уж одиноко и многолюдно. Я просто немного устал, очень много приходится ругаться. Природа удивительна. Сейчас мягкий и довольно глубокий снег и месяц. На деревьях и кустах снег. Это мне помогает ежедневно. Остальное все кинематограф. Непрестанное, мигание, утомительное разнообразие. В конце письма приписка. За переговоры со Струве я тебя очень благодарю результату их очень рад первая глава возмездия была напечатана в январской книжке русской мысли 1917 года в коротком письме от 18 декабря говорится о длинной поездке в город лунинец на автомобиле я чувствую себя хорошо сегодня ночью горел лесопильный завод у нас а сегодня на автомобиле все это «Развлечения?» «27 декабря, кроме дела, начались праздники, и все мы находимся в вихре светских удовольствий, что пока приятно, а иногда очень весело. К сожалению, все вечно болеют и валяются в кроватях. Я чувствую себя очень хорошо». «1 января 2017 года. Мама, вчера я получил твое письмо и Любина третьего дня от тетина и от Жени». Все письма невеселые для меня. Вообще ужасно тревожно, и лучше было вчера к вечеру, так что я склонял всех вместе встретить год. Действительно, уж мы его встретили, встречали сегодня до восьми часов утра, и мрачное прошло. Но сейчас уже опять беспокойно. Я очень беспокоюсь о тебе, также о Любе. Пиши мне чаще, или тете, о твоем здоровье. Мне вообще здесь трудно, и должность собачья и надоело порядочно а без писем особенно трудно. Блок недаром чувствовал себя так тревожно и мрачно перед Новым годом. Ухудшение нервной болезни его матери, которая началось еще с лета, дошло до апогея. Перед самым Новым годом я советовалась с доктором-психиатром, которого пригласила потом к сестре. Он настаивал на санатории. Собрав нужные сведения, решили вести ее в Чеховскую санаторию около станции Крюкова, Николаевской железной дороги. 7 января 2017 года Блок пишет: Мама, эти дни я получаю письма твоей тетины о болезни, о докторе, о санатории. Да, я думаю, что в санаторию тебе хорошо поехать, и что, может быть, в Крюкове хорошо. Главное, что за этим может последовать облегчение, хотя бы некоторое. Если это совпадет с поумнением всего человечества на что надежды мало, по крайней мере, сейчас, можно будет подумать, наконец, и о жизни, и для тебя, и для меня. События окончательно потеряли смысл, а со смыслом и интерес. Может быть, я тоже устал нервно, к тому же немного болен, сижу в комнате дня три, бронхит и осип, так что говорю шепотом, раскашлял и разругал горло. 8 января к вечеру. Мама... Сегодня я чувствую себя гораздо лучше и почему-то веселее. Может быть, потому что я сидел весь день за работой почти один. Бронхит проходит, я все время принимаю лекарства, сделанные для меня земврачихой, посещающей меня. Прикомандировано к нам. Очень хорошее средство. В письме от 17 января Блук уговаривает мать скорее ехать в санаторию и выражает сожаление, что разные экстренные дела и неприятности по службе задерживают его отпуск и не дают ему возможности увидеться с матерью перед ее отъездом в санаторию. «Господь с тобой», — пишет он в конце письма, — «не думай о мелочах. Представляй себе все в гораздо более крупных, нелепо крупных, масштабах. Это символ нашего времени». Комнату в санатории Крюкова наняла тетка Блока, Софья Андреевна. Отвез Александру Андреевну Франц Феликсович, который нарочно приехал для этого в отпуск — Мать Блока уехала в начале февраля. На первое письмо матери из санатория Александр Александрович ответил 14 февраля 1917 года. Он успокаивает ее относительно тех неприятностей, которые у него были. Все, по-видимому, обойдется, зато теперь пришли военные и выставили нас почти из всех помещений, в том числе из княжеского дома. Сейчас мы ютимся пока в конторах. Пахнет весной уже два дня. Масленицу мы с Надежным заканчивали в трех отрядах, ели отчаянно много, гораздо больше, чем пили, ночевали на чужих кроватях и без конца ездили на лошадях по снежным лесам и равнинам. Надежден один из товарищей по службе. Это последнее для меня всегда освежительно, но мне сравнительно редко удается это делать, потому что я фактически давно уже почти всегда заведую партией, тщетно мечтая о своем запущенном отделе. Я бы хотел, если все уладится, съездить в отпуск в Петроград и в Крюково, а если понадобится, и в Москву. 21 февраля. Мне скверно потому, главным образом, что страшно надоело все. Хотелось бы, наконец, жить, а не существовать и заняться делом. Писать трудно, потому что кругом орет человек двадцать. Прибивают брезент, играют в шахматы, говорят по телефону, топят печку, играют на мандолине, и все это одновременно. А время дня рабочее. 24 февраля. Наш барак стоит почти в открытом поле потому приятно смотреть в окно во все часы. Поле покрыто глубоким снегом, идет вверх на близком горизонте кучки деревьев, сосен. Это те песчаные бугры, с которых летом иногда можно видеть Пинск. Туда уходит дорога с военным телеграфом, который поет от ветра. Там идут длинные обозы без конца уже много дней. Барак разделен на чуланы. Мы живем с Идельсоном, Харутским заведующим телефонами, и дежурным телефонистом. В восемь часов утра поднимается гвалт, потому что все вокруг встают. Приносят чай, умывание, все бреются и долго валандуются. Обедать и ужинать в час и в восемь часов ходят в дом священника в деревню, а среди дня пьют еще чай, где придется. В нашем чулане всего аршина четыре в ширину и аршин семь в длину. Процветают шахматы, все приходят играть. На потолке украшения сосновой ветки. 1 марта. Здесь все по-прежнему надоело, все всем. Единственное, что меня занимает, кроме лошади и шахмат, — мысль об отпуске, который я оттягиваю отчасти из-за того, чтобы использовать его лучше, увидеть Любу, которая, кажется, опять уехала в Москву. Несмотря на то, что это болото забыто не только немцами, но и богом, здесь удивительный воздух, постоянные перемены ветра, глубокий снег, ночью огни в деревенских окнах — все это, как всегда, настоящее. Сегодня ночью, например, мы услыхали, что на фронте началась частая стрельба, заработали прожекторы и ракеты, горизонт осветился вспышками снарядов. Мы сели на лошадей и поехали на холмы к фронту. Пока ехали, разумеется, все прекратилось, но ехать было очень приятно и интересно. Ночь темная, тропинка в снегу, встречные деревья и кусты принимаешь за сани, кажется, что они движутся, остовы мельниц с полонманными крыльями, сильный ветер, мне прислали, наконец, ту лошадь, на которой я ездил в первом отряде. Очень ее люблю. У нее английская головка. Девятого марта, вечером. «Мама, я собрался после пятнадцатого в отпуск и увижу тебя. С большой тревогой жду телеграмм в ответ на мои посланные третьего дня утром тебе и тете. Природа участвует в происходящем, она необыкновенно ярка и разнообразна. Если бы я получил успокоительные телеграммы, мне было бы очень хорошо теперь, несмотря на то, что наш фронт захудалый и Эверт относится к происходящему хуже всех» что отражается на окружающем. Примечание. Алексей Ермолаевич Эверт, 1857-1917, главнокомандующий армиями Западного фронта. Мы с Эдельсоном послали приветственные телеграммы. Он товарищу министра юстиции, а я министру финансов. Только бы получить телеграммы. Повторяю это трижды в коротком письме, потому что это все, что мне сейчас надо. Господь с тобой. Блок беспокоился обо всех нас, не зная, каково настроение толпы и не случится ли чего-нибудь неприятного. Следующее письмо уже из Петербурга. 19 марта вечером. Мама, сегодня приехал я в Петербург днем, нашел здесь одну тетю, завтракали с ней и обедали. Рассказывали друг другу разные свои впечатления. Я довольно туп плохо все воспринимаю, потому что жил долго бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России. Минут, разумеется, очень опасные, но опасность, если она и предстоит, освещена, чего очень давно не было на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом раке. Для меня мыслимо и приемлемо будущее России как великая демократия, не непременно Новая Америка. Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя — самые лучшие. Думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть шокирует. Впрочем, я еще думаю плохо. Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием, так что не могу еще ясно видеть сквозь собственную невольную сытость. Думаю съездить к тебе. Вообще могу пользоваться отпуском. Месяц. 23 марта. Мама. Три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развившуюся мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое. Минута для страны, для государства, для всяких собственностей опасная. Но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо, и следовательно будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно. Ничего не страшно. Боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественно, вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели дотла литовский замок и окружной суд, бросаются в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу, как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую-то старуху с костылями. Полагаю, Вырубову в крепость. Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо и ласково, так что я почувствовал себя человеком, а не парием, как привык чувствовать себя на фронте. Обедал у них. Они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна. Нечто сверхъестественное, восхитительное. Решительно не знаю, что делать с собой. Отпуск у меня до субботы фоминой на законном основании. Но я бы охотно не возвращался в дружину, если бы нашел здесь подходящее дело. Со вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились. Но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно. Сейчас мне позвонил Эдельсон. Оказывается, он через день после меня совсем уехал из дружины, получив вызов от Муравьева и назначен секретарем Верховной Следственной Комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце, приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов, это значит сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел, подумаю. Сейчас, говорит Эдельсон, вся Литейная и весь Невский запружены народом матросы играют марш Шопена. Гробы красные, в ту минуту, когда их опускают в могилу на Марсовом поле, производится салют с крепости путем нажатия электрической кнопки. Сейчас пойду на улицу, смотреть, как расходятся. 30 марта. Мама, вчера я записал себе билет на 9 апреля, и надеюсь приехать к тебе 10. -го. Люба приехала давно и живет здесь. Немирович Данченко прислал телеграмму, приглашает меня в половине фоминой недели. От тебя я поеду к ним, хотя это время совпадает с окончанием моего отпуска. Это не особенно приятно, потому что своим отпуском я до некоторой степени подвожу других. Со свойственной ему скромностью Александр Александрович пишет, не думаю, чтобы я был годен вообще на какую-нибудь службу. И далее. Я одичал, отвык, как следует думать, и так далее. И работа его в дружине, и дальнейшая деятельность показали, насколько он был годен к службе. Такие добросовестные, исполнительные, талантливые работники, как он, очень редки, и потому служба его всегда и везде очень ценилась. Но только ему-то уж очень она была несвойственна, и потому слишком дорого ему доставалось. В конце письма приписка «Поздравляю тебя с праздником, который в первый раз будет без жандармов». 2 апреля. Мама, в этом году Пасха проходит так безболезненно, как никогда. Оказывается, теперь только что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать. Ночью вчера я был у Исакиевского собора. Народу было гораздо меньше, чем всегда. Порядок очень большой. Всех, кого могли впустили в церковь, а остальные свободно толпились на площади. Не было ни жандармских лошадей, создающих панику, ни тучи великосветских автомобилей, не дающих ходить. Иллюминации почти нигде не было. С крепости был обычный салют, и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов. Стреляли в воздух в знак праздника. Всякий автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик. Флаги везде только красные. Подонки общества присмирели всюду, что радует меня даже слишком до злорадства. Это выражение Блока знали только самые близкие люди. Он называл подонками общества то, что принято было обыкновенно называть сливками общества преимущественно богатую буржуазию, золотую молодежь и прочее. Третьего дня Немирович Данченко пригласил нас с Добужинским обедать вместе у Данона, но самому ему неожиданно пришлось уехать, так что мы с Добужинским очутились у Данона вдвоем. Туда же зашли случайно из Зимнего дворца Александр Бенуа и Грабарь и мы очень мило пообедали вчетвером. Сзади нас сидел великий князь Николай Михайлович, одиноко за столом, бывший человек. Он давно мечтал об участии в революции и был замешан в убийстве Распутина. Примечание. Игорь Эммануилович Грабарь, 1871-1960, художник и искусствовед, Великий князь Николай Михайлович, 1859-1919, более всего был известен своей коллекционерской и искусствоведческой деятельностью. Подошел к нему молодой паш, тоже бывший, а ныне воспитанник школы для сирот павших воинов. Все, с кем говоришь и видишься по-разному, озабочены событиями, так что воспринимаю их безоблачно только я один, вышвырнутый из жизни войной. Когда приглядишься, вероятно, над многим придется призадуматься. Сегодня яркий весенний день. У меня стоит корзина мелких красных роз от Любовь Александровны. Сейчас принесли мне большую корзинку ландышей, неизвестно откуда. Александр Александрович приехал к матери всего на несколько дней. Для нее, разумеется, это было праздником. В санатории она до некоторой степени поправилась, революцию переживала с радостным и умиленным волнением. Между прочим, познакомилась со Станиславским и Лилиной, которые подолгу жили в санатории, где лечился их сын. С Константином Сергеевичем встретился и Блок. 15 апреля он пишет уже из Москвы. «Мама, 13-го я прослушал в театре первый акт и две картины второго. Все за исключением частности, совершенно верно, и все волнуются, хороший признак. Вишневскому надо дать взамен несколько новых слов. Массолитинову надо еще немного разрастись. Качалов превосходен. Лужский на верном пути. Гзовская показала только бледный рисунок. Паш и Алиса оставляют желать лучшего. Вчера, 14 утром, меня вызвал Терещенко. Мы завтракали с ним в Праге. Он такой же милый, как был, без голоса, говорит, что все время читает только мои стихи. Просил позвонить к нему в Петербурге. Смотрел полтора акта у царских врат художественный театр. Какая Лилина тонкая актриса. В театре все время заседают. Может уйти Немирович и почти, наверное, Гзовская. Уверенности в том, что пьеса пойдет на будущий год, у меня нет. В конце письма приписка. «Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, происходит в духе моей тревоги. Недаром же министр финансов Терещенко, отправляясь на первое собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, открыл наугад мою книгу и нашел слова «Свергни, о свергни!» Примечание. Из стихотворения «Еще прекрасно серое небо». 1905 год. Отчего же до сих пор никто мне еще не верит, и ты в том числе, что мировая война есть вздор, просто полный знак равенства, или еще немецкая пошлость? Тогда-нибудь и это поймут. Я это говорю не только потому, что сам гнию в этом вздоре. 17 апреля. Гзовская почти, наверное, уходит. Что и когда будет с пьесой, не знаю. Отчасти я рад тому, что мой нынешний приезд оказался в сущности напрасным, потому что меня все еще почти нет. Я утратила остроту восприятия и впечатлений, как инструмент разбит. В театре, конечно, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты политикой. Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела, и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть, справедливым за гуманизм, в кавычках, прошлого века. За уродливое пристрастие к малым делам история мстит истерическим нагромождением событий и фактов. Безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимузыкально, то есть бессмысленно. В сущности, действительно очень большой художник, только Станиславский. Он действительно любит искусство, потому что сам искусство. Между прочим, ему роза и крест совершенно непонятна и не нужна. По-моему, он притворяется, хитрит самим собой, хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя. Последнее письмо из Москвы с вокзала совсем мрачное. «Мне нужно побыть одному и помолчать», — пишет Александр Александрович. «В Москве эти дни неприятно. Отчаянный ветер и временами снег, снег, снег. Мало что трогает, кроме снега. Впрочем, я воландался по уборным и коридорам, говорил с разными театральными людьми. Всем тяжело. Пусть, пусть еще повоюет Европа несчастная, стасканная кокотка. Вся мудрость мира протечет сквозь ее испачканные войной и политикой пальцы, и придут другие, и поведут ее, куда она не хочет. Желтые, что ли? Знак вопроса. 19 апреля 1917. -го. Петербург. Мама, я приехал вчера. Ехал со всем комфортом в первом классе на чистой постели. Весь день говорил много и плохо по-французски с французским инженером, от чего немного устал. Этот типичный буржуа увязался было за мной, но я улизнул от него и пришел пешком домой. Чемодан мой донес солдатик, которого напоили и накормили. Невский без лошадей и повозок, как Венеция, был запружен народом весь, благодаря отсутствию полиции. Был большой порядок, всюду говорили речи. У Александра Третьего, Трубецкого, сначала, говорят, была в руке метла, но я не видел, ее уже убрали. Примечание. Памятник Александру Третьему на Знаменской площади, ныне площадь Восстания, работы скульптора Трубецкого. Написал Катонину, начальнику дружины. Вообще пишу письма и молчу. А Люба уехала накануне моего приезда. Письмо от 25 апреля, невеселое. Блок удручает неопределенность его положения. В письме есть такая фраза. Таким образом, все по обыкновению безысходно. Всего этого я от тебя не скрываю, потому что так тебе же лучше. Да ты, кроме того, умна и недолго способна тешиться побрякушками политического и другого свойства. 27 апреля Блок получил от помощника начальника дружины телеграмму. Срочно телеграфируйте время приезда в дружину или желание быть откомандированным. Он сейчас же ответил, срок 15 мая, прошу откомандировать, если поздно. Примечание. В письме к матери от 27 апреля 1917 года текст этой телеграммы, подлинник неизвестен, выглядит по-другому. Срока указать не могу, прошу откомандировать, если надо. Письма к родным, том 2, страница 351. Таким образом, он решил не возвращаться в дружину. Положение его не определилось до 8 мая. Глава 13. Тем временем Любовь Дмитриевна поступила в труппу, игравшую в Пскове летний сезон. Она несколько раз приезжала оттуда к Александру Александровичу и очень звала его к себе, так как город ей особенно нравился своей художественной стариной. Но Александр Александрович туда не собрался, хотя очень этого хотел. 6 мая — он пишет матери. «Я пойду к Эдельсону, который сегодня звонил мне и вторично предлагал занять место редактора сырого стенографического материала Чрезвычайной следственной комиссии, то есть обрабатывать в литературной форме показания подсудимых. Так как за это платят большие деньги, работать можно, кажется, и дома...» Хотя работы много. Я, может быть, и пойду на этот компромисс, хотя времени и, главное, должного состояния для моего дела у меня, очевидно, не будет. 7 мая, сидел у Идельсона, который осветил мне деятельность комиссии, о которой я тебе писал, после чего мы с ним поехали в Зимний дворец, где я познакомился с председателем Муравьевым. Кроме первого редактора, Неведомского, будут еще два — Гуревич и я. Примечание. Любовь Яковлевна Гуревич, 1866-1940, писательница. Литературный и театральный критик, историк театра. Смотри «Литературное наследство», книга третья, страница 58. Гуревич из «Воспоминания о Блоке», там же, страницы 839-849. Емпольский. Александр Блок и Гуревич, блоковский сборник, выпуск пятый, страницы 59-73. Неведомский. Настоящее имя и фамилия Михаил Петрович Миклашевский. 1866-1943, писатель и публицист. Николай Константинович Муравьев, 1870-1936, юрист, председатель Чрезвычайной следственной комиссии. О работе блоков в Чрезвычайной следственной комиссии смотри «Перумова, Шацилло, демократия поясана бурей». «Наука и жизнь», 1970 год, номер 10, страница 48, 51. Левчак чрезвычайная следственная комиссия временного правительства глазами Блока. Вопросы истории, 1977, номер 2, страница 111-123. Завтра же я получу работу, которую возьму на дом, и должен исполнять ее в строгой тайне, пока результаты ее не станут известны временному правительству. Так как я буду иметь возможность присутствовать и на допросах, о чем уже говорил с Муравьевым, дело представляется мне пока интересным. Мы бегло обошли Зимний дворец, который почти весь занят солдатским лазаретом. Со стен смотрят утомительно известные Боровиковские, вечно виденные в жизненных снах мраморы и яшмы. Версальские масштабы опять поразили меня своей ненужностью. Действительно сильное впечатление произвел на меня тронный зал, хотя материя со ступеней трона — содрано и самый трон убран, потому что солдаты хотели его сломать. В этой гигантской комнате с двойным светом поразительно то, что оба ряда окон упираются в соседние стены того же дворца, и все это гигантское и пышное сооружение спрятано в самой середине дворцовой громады. Здесь царь принимал Первую Думу, и мало ли что тут было. Петербург сегодня очень величествен. Идет снег, иногда густой. Природа, как всегда, подтверждает странность положения вещей. На днях я читал в газетах, что Морозов, П.О. Сакулин и я выбраны в литературную комиссию, которая заменит театрально-литературный комитет Александринского театра. Примечание. Петр Осипович Морозов, 1854-1920, литературовед и историк театра, о его взаимоотношениях с Блоком смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 105. Павел Никитич Сакулин, 1868-1930, «Литература вет». 8 мая. Сегодня я дважды был в Зимнем дворце и сделался редактором. Муравьев пошлет телеграмму Ладыженскому то есть главному моему начальству в Минске. А так как он на правах товарища министра юстиции, то я надеюсь, что меня откомандируют. Не знаю, надолго ли. Попробую. Сейчас взял себе Маклакова и прошу потом Вырубову, а в пятницу хочу присутствовать на допросе Горемыкина. Примечание. Приводим список тех членов правящей верхушки России, о которых Блок говорит в этом письме и в дальнейшем николай алексеевич маклаков 1870 1918 министр внутренних дел и шеф жандармов 1912 1915 анна александровна вырубова 1884 умерла после 1928 фрейлина и друг царицы поклонница распутина иван логинович Горемыкин.

Чиновник Департамента полиции был замешан во многие аферы. Степан Петрович Белецкий, 1873-1918. Директор Департамента полиции, товарищ министр внутренних дел, в 1912-15 годах. Александр Васильевич Герасимов родился в 1861 году. Дата смерти неизвестна. Генерал жандармского корпуса начальник Петербургского охранного отделения до 1909 года. Владимир Федорович Джунковский. Родился в 1865-м, дата смерти неизвестна. Генерал, товарищ министра внутренних дел, командир корпуса жандармов, 1913 15 Михаил Михайлович Андронников, 1875-1919, политический авантюрист, близкий к Распутину,

Евгений Константинович Климович родился в 1871, дата смерти неизвестна. Директор Департамента полиции в 1916 году. Александр Дмитриевич Протопопов, 1866-1918, министр внутренних дел и шеф Жандармов, 1916. Матвей Николаевич Собещанский, родился в 1855-м, дата смерти неизвестна, жандармский полковник. Борис Владимирович Штюрмер, 1848-1917, премьер-министр и министр внутренних дел в 1916 году. Александр Иванович Дубровин, родился в 1885-м, дата смерти неизвестна. Врач, основатель Черносотенного союза русского народа. Екатерина Викторовна Сухомлинова, 1882, дата смерти неизвестна, жена Сухомлинова, военного министра, арестованного в 16 году по обвинению в государственной измене. Павел Григорьевич Курлов, 1860-1923, командир корпуса жандармов, товарищ министра внутренних дел. Сергей Евлампеевич. Виссарионов, 1867-1918, вице-директор департамента полиции в 12 году. Александр Иванович Спиридович, родился в 1873, дата смерти неизвестна, жандармский генерал. Максим Иванович Трусевич, родился в 1863, дата смерти неизвестна, сенатор, прокурор. Сергей Ефимович Крыжановский. Родился в 1861 дата смерти неизвестна. Сенатор, член Государственного Совета. Алексей Николаевич Хвостов, 1872-1918, министр внутренних дел в 15-м году. Он назывался Хвостовым племянником, в отличие от Александра Алексеевича Хвостова. Родился в 1857-м дата смерти неизвестна, министра юстиции и министра внутренних дел в 1916 году. Анатолий Анатольевич Нератов. Родился в 1863-м. Дата смерти неизвестна. Товарищ министра внутренних дел. Николай Евгеньевич Марков. Родился в 1866-м. Дата смерти неизвестна. Член Государственной Думы. Лидер крайне правых. Конец примечания. «Жалование мое будет 600 рублей в месяц», — сейчас читал собственноручную записку Николая II к Ваейкову о том, что он требует, чтобы газеты перестали писать о покойном «Р». Почерк довольно женский, слабый. Писано в декабре. Его же телеграмму, чтобы прекратить дело Моносевича Манойлова. «Скучный господин». 12 мая 1917 года. Мама, я уже совершенно погружен в новую деятельность, которая имеет очень много разных сторон. Во всяком случае, это очень трудно и очень ответственно, так что мозги мои напряжены до чрезвычайности. Три дня я очень сильно работал над Маклаковым, кончил все, кроме внешней отделки. Сейчас у меня уже вырубало. Сегодня я с утра толокся в зимнем дворце, где было много встреч, и разговоров а в час дня поехал с Муравьевым в автомобиле в крепость, где в течение пяти с лишним часов с небольшим перерывом присутствовал на допросе директора департамента полиции Белецкого, которого я тоже возьму себе. Сообщать содержание всего этого я не имею права, но о впечатлениях говорить все-таки могу. Я ходил по коридорам среди камер, в одну из них заходил. Мимо меня прошел генерал Герасимов, знаменитый провокатор, желтолицый, без погон, смущенно поклонился. Допрос происходил в комнате, где допрашивали декабристов. Серый день, серые рамы окон, за окном веточка. Белецкий в поношном пиджаке, умный, хитрый, чрезвычайно много и охотно говорит глухим быстрым голосом. Оборотень немного. Острые глаза, разбегающиеся брови на желтом лице. Допрашивает Муравьев. Сенатор Иванов академический член Государственного совета Олденбург и Щеголев. Примечание. Сергей Валентинович Иванов, 1852-1925, сенатор, юрист. Сергей Федорович Ольденбург, 1863-1934, академик, востоковед, министр народного просвещения, временного правительства, автор статьи о блоке Начало, 1921 год, номер 1. Сводка данных о его отношениях с Блоком. Смотри, «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 110, 111. Смотри также «Воловников», поэтому говорю только большое спасибо, Ольденбург и Блок. Сергей Федорович Ольденбург, Москва, 1986 год, страница 113, 119. Павел Елисеевич Щеголев, 1877-1931, историк русского освободительного движения, пушкинист, сводка данных об отношениях с Блоком, смотри, «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 141, его жена Валентина Андреевна, 1878-1931, была близко знакома с Блоком, смотри, «Литвин», «Гречишкин», Блок и Щеголева. Литературное наследство, том 92, книга 3, страницы 850-856. Молчат родичев, четыре стенографистки, комендант крепости, добродушный скуластый штабс-капитан, секретарь, редакторы, неведомский, пришедший под конец, и я. Белецкий сидит на стуле прямо передо мной за круглым столиком, с которым постепенно подъезжает к председательскому столу. Перед ним зеркало, а сзади него сидит на стуле солдатик в шинели с ружьем. Сначала у солдатика страшно внимательно растопырены брови. Потом он устает и дремлет, опершись на ружье. Только штык торчит. Не менее трудно, чем работа присутствия среди юристов, притом юристов боевых, на которых сейчас смотрит вся страна, потому они очень наэлектризованы сами. Сильные лучи спускания. Муравьев. В понедельник я буду на продолжении допроса Белецкого. Маклаков может быть еще талантливее Белецкого. Оба умны. Но Маклаков барин. Они с Джунковским дворяне, белоручки. А эти, Белецкий, Герасимов, многие другие, чернорабочие, себе на уме, грязные. Это вся гигантская лаборатория самодержавия. Ушаты помоев, нечистот, всякой грязи. Колоссальная помойка. В том же письме сведения насчет постановки Розы и креста. Гзовская написала, что окончательно ушла в Малый Театр. Добужинский звонил, что в художественном театре идет усиленная работа над Розой и крестом. Надо на днях до его отъезда в Москву, опять для Р и К, зайти к нему, посмотреть его работу почти законченную. 18 мая. А у меня все время большие дни, то есть я продолжаю погружаться в историю этого бесконечного рода русских ругон макаров или... Карамазовых, что ли? Этот увлекательный роман с тысячей действующих лиц и фантастических комбинаций в духе более всего Достоевского, которого Мережковский так неожиданно верно назвал пророком русской революции. Называется «История русского самодержавия XX века». В субботу я присутствовал на приеме прессы, которую комиссия осведомляла о своих работах. В понедельник во дворце допрашивали Горемыкина, барственную развалину. Глаза у старика смотрят в смерть, а он все еще лжет своим мягким, заплетающимся, грассирующим языком. Набежит на лицо тень улыбки, смесь стариковского добродушия, дети, семья, дом, усталость и железного лукавства, венецианская фреска, парфирная колонна, ступени трона, государственное рулевое колесо, и опять глаза уставятся в смерть. После этого мы опять ездили в крепость, опять слушали белецкого вчера в третий раз белецкий в крепости растекался в разоблачениях тайн того искусства магом которого он был так что и в понедельник мы будем опять его слушать но уже надоел немного до того услужлив и словоохотлив зато в перерыве муравьев взял меня под предлогом секретарствования в камеры пошли в гости сначала к воейкову я сейчас буду работать над ним это ничтожное довольно существо, не похож на бывшего командира гусарского полка, но показания его крайне интересны. Потом зашли к князю Андроникову. Это мерзость. Сальная морда, пухлый животик, новый пиджачок. Все они повторяют одинаково. Ах, этот Андроников, который ко всем приставал. Князь угодливо подпрыгнул затворить форточку, но до форточки казимата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского. Между прочим, большую Библию на столе я заметил только у Андроникова. Сноска блока. Потом пришли к Вырубовой. Я только что сдал ее допрос. Эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. Ей 32 года. Она могла бы быть даже красивой, но есть в ней что-то ужасное. Пришли к Макарову, министр внутренних дел, умный чиновник. Потом к Афарову, директор департамента полиции. Этот несчастный восточный человек с бараньим профилем дрожит и плачет, что сойдет с ума. Глупо и жалко. Потом к Климовичу, директор департамента полиции, очень умный, пронзительный жандармский молодой генерал, очень смелый, глубочайший скептик. Все это вместе производит сильное впечатление. Далее Александр Александрович пишет о том, что начальство дружины просит отменить просьбу об его откомандировании не желая лишаться ценных сотрудников. «Это про меня», — удивляется Александр Александрович. Но Муравьев ответил на телеграмму письмом, что Блоку поручена очень ответственная работа, и потому он настаивает на его откомандировании. В конце концов, Муравьев, разумеется, перетянул, и Александр Александрович остался в комиссии. В конце письма «Милостивейшая государыня Александра Романова» по-немецки, получила наивное немецкое письмо с приглашением погостить в каком-то замке в Германии. Конечно, письмо это получили мы, а не она. Читал я некоторые распутинские документы, весьма густая порнография. Добужинский звонил, говорил, что работа идет усиленным темпом. В театр художественный поступила Тиме. Есть вероятность, что и Зору дадут ей или Кореневой. Примечания. Елизавета Ивановна Тима, 1888-1968, и Лидия Михайловна Коренева, 1885-1982. Актрисы. 22 мая. У меня очень много неизгладимых впечатлений за все эти дни. Особенное от протопопова в камере. Когда-нибудь людей перестанут судить, каковы бы они ни были. В горе и унижении к людям возвращаются детские черты. Видел я у Добужинского эскизы розы и креста. Очень красиво. Боюсь, что четвертое действие слишком пышно. 26 мая. Я сораспинаюсь со всеми, в кавычках, как кто-то у Андрея Белого. Действительно, очень-очень тяжело. Вчера царско-сельский комендант рассказывал подробно все, что делает сейчас царская семья, и это тяжело. Вообще все правы, и кадеты правы, и горькие с двумя душами прав. И в большевизме есть страшная правда. Примечание. Имеется в виду статья Горького Две души, летопись 1915 год, декабрь. Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, старые, новые, сидят в нас самих. Во мне, по крайней мере. Я же вешу в воздухе. Ни земли сейчас нет, ни неба. При всем Том Петербург опять необыкновенно красив. 30 мая. Вчера во дворце после мрачных лиц бывших людей, истерических сцен в камерах, приятно было слушать Чхиидзе, которого допрашивали в качестве свидетеля. Во время допроса вошел Керенский. В толстой военной куртке без погон, быстрой походкой, желто-бледный, но гораздо более крепкий, чем я думал. Главное — глаза, как будто не смотрящие, но зоркие. И орел славы. Он посидел пять минут, поболтал, поздоровался, простился и ушел. — Кажется, я не писал тебе, что на днях утром я обходил с Муравьевым камеры. Поразило меня одно чудовище, которое я встречал много раз на улицах. С этим лицом у меня было связано разное несколько лет. Оказалось, что это Собещанский, жандармский офицер, присутствовавший при казнях. В камере теперь это жалкая больная обезьяна. Очень мерзок старик Штюрмер поганые глаза у Дубровина. Мадам Сухомлинову я бы повесил, хотя смертная казнь и отменена. Довольно гадок Курлов. Остальные гораздо лучше. Было несколько сцен тяжелых. Теперь я уже сызново погружаюсь в тайны департамента полиции, потому что работаю над Белецким. 7 июня. Муравьев поручил мне привести в известности порядок все отчеты, что будет нелегко при беспорядке, которого в комиссии много. Сегодня я должен бы был быть в кадетском клубе, куда мадам Кокошкина, муж ее и Набоков созывают несколько литераторов для решения разных предварительных вопросов о подготовке учредительному собранию. Примечание. Мария Филипповна Кокошкина, жена публициста, члена Временного правительства Федора Федоровича Кокошкина, 1871-1918. Владимир Дмитриевич Набоков, 1869-1922 публицист, лидер кадетской партии, управляющий делами Временного правительства. Мадам Кокошкина убеждала меня по телефону в прелести моих стихов и моей любви к России. Я же старался внушить ей, что я склоняюсь к эсерам, а в тайне и к большевизму, и что, по моему мнению, сейчас именно любовь к России клонит меня. К интернациональной точки зрения и заступился за отравимого всеми Горького. Я хотел пойти, но сейчас только вернулся из дворца с двух допросов. Поздно обедал и устал. 11 июня. Вчера был большой день. В крепости мы с Муравьевым и Манухиным обходили наших клиентов. Манухин доктор, примечание Бикетовой. Были раздирающие сцены. Протопопов дал мне свои записки. Когда-нибудь я тебе скажу, кого мне страшно напоминает этот талантливый и ничтожный человек. Есть среди них твердые люди, которым я чувствую уважение, Макаров, Климович. Но большей частью... Какая все это страшная шваль! Когда они захлебываются от слез или говорят что-нибудь очень для них важное, я смотрю всегда с каким-то особенно внимательным чувством, революционным. Ладыжинский опять пространно пишет обо мне, опять будут отписываться. Сам я погружен в тайны департамента полиции. Мой Белецкий, над которым я тружусь, сам строчит, потный, сальный, в слезах, с увлечением, говоря, что это одно осталось для его души. В этой грубой скотинке есть детская. 15 июня. Эти дни у меня было несколько интересных разговоров и интересный допрос Маклакова и неинтересный Штюрмера, несмотря даже на пикантные подробности. До такой степени этот господин — пустое место. Исполнительная комиссия дружины наконец откомандировала меня, прислав мне выписку из протокола заседания, где сказано, что они выражают глубокое сожаление по поводу утраты редкого по своим качествам товарища и считают, что если состав Верховной Следственной Комиссии будет пополняться такими людьми, то революционная демократия должна быть спокойна и уверена в том, что изменники и деспоты Отечества не избегнут справедливого приговора народного правосудия. Три восклицательных знака. Вот что наделала переписка с Ладыженским. Опять три восклицательных знака. 19 июня меня ужасно беспокоит все кадетское и многое еврейское. Беспокоит благополучием, неумением и нежеланием радикально перестроить строй души и головы. Здесь, у сердца революции, это, конечно, особенно заметно, вечные слухи и вечная паника. У кадетов она выражается в умной иронии, а у домовладельцев и мелких мещан, вроде прислуги, чиновников и прочих, в отъездах на дачу, в запирании подъездов и прочем. Но, по существу, разницы нет. На деле город все время находится в состоянии такого образцового порядка, в каком никогда не был. Мелкие беспорядки только подчеркивают общий порядок. И охраняется ежечасно всем революционным народом, как никогда не охранялся. Этот факт сам по себе приводит меня иногда просто в страшное волнение. Вселяет особый род беспокойства. Я чувствую страшное одиночество, потому что ни один интеллигентный человек, умнее ли он или глупее меня, не может этого понять. По крайней мере, я встречаюсь с такими. Кроме того, я нисколько не удивлюсь, если, хотя и не очень скоро, народ умный, спокойный, понимающий то, чего интеллигенции не понять, а именно социалистической психологии, совершенно диаметрально другой, начнет также спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов для выдворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны. Я это пишу под впечатлением дворца, в котором в противоположной крепости я ненавижу бывать. Это царство беспорядка, сплетен, каверс, растерях. За эти дни я был на съезде советов солдатских и рабочих депутатов, в пленарном заседании, где Муравьев делал доклад о положении нашей работы. Примечание: первый всероссийский съезд советов солдатских и рабочих депутатов, открывшийся 16 июня. 1917 года. Впечатление Блока смотри также том 7, страницы 262-264. Перед этим говорил американец, представитель Конфедерации труда. Он долго поучал собрание, которое сохраняло полное величие, свойственное русским. Смеялись тихо, скучали не слишком заметно, для приличия аплодировали. Американец обещал всякую помощь, только бы мы воевали и учились. Чхиидзе, отвечая на это приветствие, сказал коротко и с железным добродушием. «Вы вот помогите нам, главное, поскорее войну ликвидировать». Тут уж аплодисменты были не американские. Я думал, слушая, давно у них революции не было. Речь Муравьева, большую, довольно сухую, приняли очень хорошо, внимательно и сочувственно. На другой день допрашивали в крепости беднягу Виссарионова и Протопопова, которого надо было развлечь. Он изнервничался, запустил в поручик чайником, бился в стену головой и прочее. Ужасный неврастенник. Развлекли немножко. 30 июня. Если пролетариат будет иметь власть, то нам придется долго ждать порядка, в кавычках, а может быть, нам и не дождаться. Но пусть будет у пролетариата власть, потому что сделать эту старую игрушку новой и занимательной могут только дети. Сноска, увы, на деле будет компромисс. Взрослые, как всегда, отнимут у детей часть игрушек, урежут детей. Сноска Блока. Но ведь вся жизнь наших поколений, жизнь Европы, бабочка около свечи. Я с тех пор, как сознаю себя, другого не видел, не знаю середины между прострацией или лихорадкой. Этой серединой будет только старческая одышка, особый род головокружение от полета, предчувствие которого у меня уже давно есть. 4 июля. Мама, эти дни в городе революция, а во дворце заседание. О революции ты, вероятно, узнаешь из газет. На деле все, все-таки, как всегда, гораздо проще. Есть красивое, пока мало, есть дурацкое, есть тоскливое. Но я вижу мало, потому что очень устаю. То во дворце, то дома, а трамваев со вчерашнего дня нет, так что и кататься нельзя. Заседают без конца, страшно мешая моей работе. Заседают пленум комиссии и штуки три подкомиссии. Я бываю почти везде, состою, кажется, во всех подкомиссиях. Говорю много только в одной, непосредственно касающейся моей работы, а в других только настораживаюсь. Голоса у меня нет, но есть глаза и небольшая способность влиять через других, что я использую, насколько могу. Цель моя — отмежеваться в своей работе большой, сложной и страшно запущенной другими, а на остальное смотреть со стороны. Кое-что мне в этом направлении уже удалось сделать. 7 июля. Вчера у меня был очень интересный день. Рано утром я шел в Зимний дворец пешком мимо миноносца Орфея, мимо разведенных мостов, у которых стояли большие караулы. Трамваи тогда еще не пошли. Во дворце было длинное заседание, которое все время прерывалось. Еще проносились редкие грузовики с пулеметами и ружьями, а уже шла с фронта мимо нас большая велосипедная команда. Она заняла теперь «освобожденный» в кавычках дворец Кшисинской. Ходили разные слухи, пушка, которая во дворце всегда оглушает, не выстрелила в полдень, в это время крепость еще была занята. Телефоны ее не работали, и мы боялись за своих клиентов. Однако на заседании мне удалось высказать очень много и выяснить, что мнения разбиты, у всех различны. Самому же временно устраниться от отчета. Это и были мои две цели: изолировать одно влияние и самому идти в свою специальность стенограммы. Хотя мою точку зрения признали аристократической, тем не менее сказали, что для нее будет найдено применение в моей области. Я излагал проект отчета учредительному собранию. В часа в три к нам приехала следственная комиссия исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов. Три большевика-еврея, известные большевики, мы поехали большой компанией в крепость. Цель была специальная, так как это начало расследования шпионажа и немецких денег последних дней. Крепостные ворота еще были заперты, и охранялись большими патрулями, но крепость была уже взята к этому часу. Наших клиентов никто не тронул. Когда они спрашивали, почему стрельба, им отвечали, что поднялась вода. Едва ли они этому поверили, слыша пулеметы и залпы. Мы вызвали последовательно для кратких допросов Виссарионова, Курлова, Белецкого, Спиридовича и Трусевича. Все они не сказали нам ничего, что было нужно. Так как Курловский протокол писал я то после ходил к нему в камеру и довольно долго с ним разговаривал. Он вел себя искательно добродушно. Вечером, когда мы вышли из крепости, уже побежали трамваи, дворец Кшесинской был во власти правительства, и на улицах было как-то очень весело. 8 июля. Восстание подавлено, а сегодня ночью на Неве, на Васильевском острове, и во многих местах была стрельба из пулеметов и ружей, и отдельно, и пачками — мне очень трудно сидеть политически между двух стульев. Но все происходящее частью не возвышается до политики, а частью и превышает ее. Все новые и новые слухи об изменах, шпионаже и прочем, конечно, оправдываются только частью, но за всем этим есть правда легенды. Мы уже знаем, что многое, что казалось невероятным относительно русского самодержавия, оправдалось. Легенда, в сущности, вся оправдалась. «Благодаря сидению между двух стульев я лишен всякой политической активности. Что же делать? Надо полагать, что этой власти у меня никогда не будет». 12 июля. Сегодня в городе неприятно. Висит объявление Царетелли от Министерства внутренних дел. Масса команд, солдатских, конных и пеших патрулей. Вообще поворот направо. На фронте тоже неприятно. Я за эти дни опять много всякого переживал, гулял очень много и работал также. На огромном допросе Крыжановского, интересном, так как он умный человек, мне пришлось быть секретарем и придется быть редактором, так что много возни с документами. В перерывах этого допроса все время врывалось новое, был день потрясающих слухов. Родичев испускал какие-то риторические вопли и плакал. Неведомский с ним сцеплялся и тоже плакал. Все, разумеется, касалось Ленинцев, здесь и на фронте. Опять я не вижу будущего, потому что проклятая война затягивается, опять воняет ей. Много меня смущает, то есть я не могу понять, в чем дело. Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, ушаты помой выливаются. Сейчас я прочел в вечерней газетке, прежде всего во французской. Восстановление смертной казни, хотя и на фронте, принципиально в случае бегства, но все-таки это меня как-то поразило. 16 июля на вопрос: мой, не приедет ли он в шахматово блок отвечает Это и фактически трудно устроить, и кроме того, я не возьмусь, потому что держусь колеи, без которой всякой работе конец. Я даже в Псков, который близко не смог съездить, боюсь выбиться. Один уезжаю, страшно люблю Шуваловский парк, как будто это второй Шахматово. И как будто я там жил, так что мне жалко уходить оттуда. Иногда на это уходит даже целый день, но, забывая одно — работу, я, так сказать, не вспоминаю или мало вспоминаю другое. Так что мне на следующий день легко вернуться в дело. Вообще, если бы не работа, я был бы совершенно издерган нервно. Работа ⁇ лучшее лекарство. При всей постылости, которая есть во всякой работе, в ней же есть нечто спасительное. Все является совершенно в другом свете. Многое омывается работой. Обобщая далее, я должен констатировать, что, как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания в одной полосе, я несколько притупился к событиям, утратил способность расчленять. В глазах пестрит. — это постоянное следствие утраты пафоса, в данном случае революционного. Закон столь же общий, сколь личный. Поэтому я не умею бунтовать против кадет и с удовольствием почитываю иногда русскую свободу, которой прежде совсем не понимал. Однако я сейчас же хочу оговориться, что это временно, так как, любя кадет по крови, я духовно не кадет, и, будучи во многом в морали и культурности ниже их, никогда не пойду с ними, утрачивая противовес эмоциональный, ибо я, отупев к событиям, не в состоянии сейчас осветить их, внедриться в революцию. Термины департамента полиции. Ищу постоянно хотя бы рационального. Читаю социалистические газеты, например. Но так как качание маятника во мне медленнее, он не добрасывается в эти дни до стихии большевизма. Или добрасывается случайно и редко и я несколько отдыхаю, работая и гуляя. Правые кадеты и беспартийные пророчат Наполеона, одни первого, другие третьего. В городе, однако, больше восхитительных для меня признаков русской лени и лишь немногие парижские сценки. Свергавшие правительство частью удрали, частью попрятались, бабы в хвостах дерутся. Когда устанешь волноваться, начинаешь видеть эту восхитительную добродушную сторону всех великих событий. Завтра мы будем допрашивать хвостого племянника, толстого хвостого, величайшего среди всех наших клиентов сплетника и шута. 24 июля. За эти дни, кроме большой очередной работы, происходило следующее. Муравьев и Ольденбург наговорив мне комплиментов, склонили меня писать в отчете для учредительного собрания. И я выбрал для пробы главу о протопопове, хотя по-прежнему очень недоволен выработанным планом, составом и прочим. Меня утешало присутствие Ольденбурга как председателя редакционной комиссии. Сегодня, однако, с утра выяснилось, что Ольденбург, у которого сегодня ночью был Керенский, ушел в министра народного просвещения. Сам он думает, что это ненадолго и давно уже хочет идти на войну простым солдатам. Появился Тарле, хотя и не заместителем Ольденбурга, но в качестве редактора. Я с ним говорил утром, убедился, что он для меня труднее Ольденбурга, и забил тревогу, то есть убедил председателя вновь пересмотреть план. Меня поддерживал Неведомский, что мы и будем делать завтра. Примечание. Евгений Викторович Торле, 1875-1955, историк. Кроме того, сегодня допрашивали Нератова и Маркова II. Последний — очень умный и очень сильный, затравленный человек с хитрецой и с тактом, который позволял ему все время держаться вызывающе, у предела наглости, и высказать много горьких замечаний, среди которых были и истины. В кавычках. Вообще на меня он произвел сильное впечатление. Ничего общего с тем, что есть в этом человеке. Газеты не передавали. Вообще печать всего мира газетной Страшный бич. Мы никогда не читали и не прочтем ни слова правды. Все можно только самому видеть. Сноска блока. 28 июля. Мама, я сижу между двух стульев, как, кажется, все русские. От основной работы отбился, а к новой не подступлюсь. Деятельность моя сводится к тому, чтобы злиться на заседаниях. Опять подумываю о серьезном деле, каким неизменно представляется мне искусство, и связанное с ним, принесенное ему в жертву, опустившаяся личная жизнь, поросшая бурьяном. Далее, по поводу тревоги, которую он замечает в наших с сестрой письмах, он пишет, «Мы — обыватели, теперь теряются и более дальнозоркие, чем мы в утешении нам всем я могу привести фразу Иванова, по-моему, необыкновенно значительную. Он рассказал, «Все мы, и я первый, виноваты в том, что не умели управлять этими людьми в свое время, о а протопопове и прочих. От того все и пошло. И я первый из вас. Оставим этот разговор» сказал с большим волнением, очень искренним, отчасти в ответ на мои упорные речи в комиссии о том, что все эти люди глубоко ничтожны были в государственном смысле, что ему очень понравилось. Сам он старый сенатор, бывший товарищ государственного контролера, кадет, не подавал руки Щегловитову. Положение действительно ужасно. Для тех, кто стоит на государственной точке зрения, оно, по-видимому, катастрофично. Но, с позволения сказать, можно, не будучи ни анархистом, ни большевиком, можно полагать иначе. Впрочем, давно лукавый раб замыслил я побег в обитель тихую трудов и мирных нег. Если это будет когда-нибудь исполнимо. Примечание. И стихотворение Пушкина: Пора, мой друг, пора, покоя сердца просит. 1836 с неточностью. 1 августа я получил через Труве приглашение Временного комитета Лиги русской культуры вступить туда членом и сказать речь о русской культуре на первом публичном собрании. Ответил длинным письмом, что вступаю, но оговорился, что мне больно, что там нет Горького, а есть Родзянко. Относительно своего вступления, в зависимости от службы, по-видимому, кроме Протопопова, я возьму себе тему Последние дни старого режима. Временный комитет ЛРК Радзянко. Карташов, Шульгин, Савич и Струве примечание. Михаил Владимирович Радзянко, 1859-1924, председатель Государственной Думы, министр временного правительства. Карташов был в то время министром вероисповеданий временного правительства. Василий Витальевич Шульгин. 1878-1976, член Государственной Думы, монархический публицист. Никонор Васильевич Савич родился в 1869, дата смерти неизвестна, член Государственной Думы от партии Октябристов. В числе учредителей 21 — Ольденбург. Как видишь, и я правею. 4 августа. Теперь здесь уже, так сказать, неинтересно в смысле революции. Россия опять вступила в свою трагическую, с вечной водовильной примесью полосу. Все тащат тягостный ерем. Сноска из стихотворения Пушкина «Деревня» 1819 год. Другими словами, так тошно, что даже не хочется говорить. Спасает только работа. Спасает тем, что, организуя, утомляет, утомляя, организует. Люба и работы, больше я ничего сейчас не вижу. Третьего дня допрашивали Гучкова. Трудно быть мрачнее его и говорить мрачнее. Вчера я приступил к работе для отчета, весь день делал подготовку. Председатель поручил мне сделать спешно, к завтрашнему дню, большую редакционную работу для Керенского. Я уже ее сейчас сделал. Купаюсь все-таки. Завтра, надеюсь, после еще одного заседания вырваться купаться. 12 августа Работы так много, что я потерял почву и работаю не особенно прилежно. Однако приготовлюсь к отчету, а в синограммах мне помогает Люба и нанимаемые мной лица. Наш председатель и другие уехали на совещание. Я пользуюсь этим и усиленно купаюсь, работая полдня. Это последнее письмо. Шахматова. Мы с Александрой Андреевной вернулись в Петербург в середине августа. В дальнейшем уже почти не придется пользоваться этим интересным материалом, так как мать и сын не расставались до весны 1921 года. Глава 14. Александр Александрович закончил статью «Последние дни старого режима», предназначавшуюся для отчета учредительному собранию в апреле 1918 года, но после Октябрьского переворота и разгона учредительного собрания она потеряла свое первоначальное значение и осталась у него на руках как исторический материал. Сдав работу и документы, он передал статью Щеголеву для опубликования в издаваемом им журнале «Былое», но благодаря условиям типографского дела ее удалось напечатать только в 1921 году та же статья, дополненная семью документами и подготовленная к печати еще при жизни Александра Александровича, вышла отдельной книгой в издательстве «Алконост» под названием «Последние дни императорской власти и уже после смерти поэта». Переворот 25 октября, крах учредительного собрания и Брестский мир Александр Александрович встретил радостно, с новой верой, в очистительную силу революции. Ему казалось, что старый мир действительно рушится, и на смену ему должно явиться нечто новое и прекрасное. Он ходил молодой, веселый, бодрый, сияющими глазами и прислушивался к той музыке революции, к тому шуму от падения старого мира, который непрестанно раздавался у него в ушах по его собственному свидетельству. Этот подъем духа это радостное напряжение достигло высшей точки в то время, когда писалась знаменитая поэма Двенадцать, январь 1918 года и скифы. Поэма создавалась одним порывом вдохновения, сила которого напоминала времена юности поэта. Двенадцать и скифы появились впервые в газете Знамя труда, в журнале Наш путь и в том же 1918 году были напечатаны отдельной книжкой в московском издательстве «Революционный социализм» со статьей Иванова Разумника. Поэма произвела целую бурю. Два течения, одно восторженно-сочувственное, другое враждебно-злобствующее, боролись вокруг этого произведения. Во враждебном лагере были такие писатели, как Мережковский и Гиппиус. Одни принимали двенадцать за большевистское кредо, другие видели в них сатиру на большевизм, более правые группы возмущались насмешками над обывателями и так далее. Поэма «12» переведена на немецкий, французский, итальянский, польский, японский, древнееврейский и многие другие языки. Итальянское издание вышло под названием «Большевистские песни», и почти все иностранные издания вышли с рисунками. Лучший перевод — немецкий переводчик Грегер. Примечание. Перевод 12, сделанный Вольфгангом Грегером, вызвал одобрительные отзывы в печати. Смотри, Константин Федин, немецкий перевод 12, книга и революция, 1922 год, номер 6, страница 49, 51. Дмитрий Пинес, переводы 12, книга о книгах, 1924 год, номер 7, страницы 7-8. 13 мая 1918 года кружок поэтов Арзамас устроил вечер в зале Тенишевского училища. На вечере должны были выступить многие поэты, уже давшие свое согласие, но узнав, что в программе вечера стоит поэма «12» в чтении Любови Дмитриевны Блок, некоторые поэты отказались участвовать в вечере. Примечание. В первом издании книги окончание фразы звучит так. «Поэты Сологуб, Анна Ахматова и Пяст» отказались участвовать в вечере. Поэма все же была прочитана и имела успех. следующий вечер с чтением «Двенадцати» был устроен в сочувствующей революционно настроенной аудитории. Многочисленная публика, в числе которой было немало солдат и рабочих, восторженно приветствовала поэму, автора и чтицу. Впечатление было потрясающее. Многие были тронуты до слез. Сам Александр Александрович, присутствовавший на чтении, был сильно взволнован и записал в своем дневнике. Люба читала замечательно. Вскоре после этого состоялся большой концерт в Мариинском театре в пользу школы журналистов с участием Шаляпина. Александр Александрович читал свои стихи, Любовь Дмитриевна прочла двенадцать. Буржуазная публика шаляпинских концертов слушала очень внимательно. Но, как и всегда в таких случаях, аплодировала только половина залы, другая враждебно молчала. В числе сочувствующих неожиданно оказался Куприн, который подошел к Любови Дмитриевне и выразил ей свое удовольствие, особенно похвалив ее чтение. Сезон 1917-18 года был самый тяжелый для Петербурга, да, вероятно, для всей остальной России, в смысле условий существования. Воздражание и скудость припасов заставили голодать большинство петербургских жителей. Александр Александрович не избег общей участи. Он питался довольно-таки плохо, так как заработок его был невелик, и они с Любовью Дмитриевной не успели еще примениться к новым условиям жизни. Но Александр Александрович переносил глотовку очень легко. Главной причиной этого было, конечно, его приподнятое настроение. Кроме того, он накопил большой запас здоровья во время службы на Пинских болотах. Очень важную роль играло еще и то обстоятельство, что он месяца два был свободен от службы и чувствовал себя наконец писателем. То одичание и отупение, на которое он так жаловался в письмах к матери, когда вернулся с фронта, совершенно прошло, и сменилась остротой восприятий, радостным возбуждением, потребностью в общении с сочувствующими людьми и приливом творческих сил. С конца 1917 года возникла в Петербурге газета «Знамя труда». С января 1918 года стал издаваться тем же кружком литераторов журнал «Наш путь». Литературным отделом заведовал Иванов Разумник, Александр Александрович сотрудничал в обоих изданиях, и близко стоял к интересам редакции, находя в ее атмосфере отклик своих настроений. Он очень часто заходил в знамя труда и проводил там целые часы в оживленной беседе на всевозможные темы, особенно много общего было у него с Ивановым разумником. С ним он сошелся еще на редакционных собраниях Сирина, о которых в свое время упоминалось. В знамени труда была напечатана и статья Александра Александровича «Интеллигенция и революция» завершившие цикл его статей, трактовавших одну и ту же тему с разных сторон. Шесть из них написаны в предчувствии революции, последняя во время революции, еще в период ее кипения, но все объединены одной и той же мыслью и написанные десять лет назад не утратила интереса современности. Вопросы, затронутые в них. Были настолько животрепещущими для данного времени, что Александру Александровичу захотелось возобновить статьи в памяти читающей публики. Они были напечатаны в знамени труда, а затем все семь статей, собранные под общим названием Россия и Интеллигенция, появились в московском издательстве Революционный социализм отдельной брошюрой в 1918 году. В следующем, в 1919 году, вышло второе издание брошюры в издательстве «Алконост». В первую половину 1918 года Александр Александрович писал много статей, главным образом об искусстве. Печатал он их в московской газете «Жизнь», в петербургской «Жизнь искусства» и других изданиях. Между прочим, написал «Искусство и революция» по поводу творения Рихарда Вагнера и «Русские денди». Часть этих статей не попала в печать, Другие напечатаны в следующем году. Очень характерно для тогдашнего настроения поэта, что в 1918 году написан его очерк «Кателина». В эту счастливую пору, когда Александр Александрович был свободен от всякой службы, он особенно часто посещал кинематограф и театры миниатюр. Кинематограф он всегда любил и ходил туда и один, и с любовью Дмитриевной, которая увлекалась этой забавой не меньше его. Но Александр Александрович не любил нарядных кинематографов с роскошным помещением и чистой публикой. Он терпеть не мог всякие паризианы и солей по тем же причинам, по которым не любил Невского и Морской. Здесь держался по преимуществу тот самый слой сытой буржуазии, золотой молодежи, богатеньких инженеров и аристократов, который был ему до нельзя противен и получил насмешливое прозвание подонки общества, о котором я уже упоминала. Александр Александрович любил забираться в какой-нибудь захолустье на петербургской стороне или на английском проспекте вблизи своей квартиры, туда, где толпится разношерстная публика, ненарядная, несытая и наивно впечатлительная. И сам отдавался впечатлению с каким-то особым детским любопытством и радостью. Театр и миниатюр он полюбил, кажется, еще больше кинематографов. Он особенно увлекался куплетистами. На английском проспекте оказался театр-миниатюр, который ему особенно полюбился. Он находил какую-то особую прелесть и в убогости обстановки заколусных театриков, не говоря уже об их публике. Его любимцами были два талантливых куплетиста — Савояров и Ариадна Горькая. Примечание. Михаил Николаевич Савояров, 1883-1941, данных об Ариадне Горькой — у нас нет. Александр Александрович совершенно серьезно считал их самыми талантливыми артистами в Петербурге. Он нарочито повел на английский проспект Любовь Дмитриевну, чтобы показать ей, как надо читать «Двенадцать». И слушая Савоярова, Любовь Дмитриевна сразу поняла, в каком направлении ей надо работать, чтобы хорошо прочесть поэму. Это было настоящее живое искусство, непосредственное и сильное. От того оно так и нравилось Александру Александровичу. К литературным событиям этого сезона относится возникновение издательства Алконост 1918 год. Основатель его, Алянский, случайно познакомился с Александром Александровичем, зайдя к нему по какому-то книжному делу и предложил ему издать в виде пробы одну из его книг. Примечание. Самуил Миронович Алянский 1891-1974. Впоследствии стал издательским деятелям оставил воспоминания о блоке Москва 1972 частично перепечатанные воспоминания том второй страницы 259 и 325 смотри о нем Белов мастер книги Ленинград 1979 Чернов блок и книга издательства Алконост

Александр Александрович согласился на его предложение и дал тогда поэму Соловинный сад, написанную в 15 году и появившуюся в газетах. На этот раз Соловинный сад был напечатан отдельной книжкой. Поэма настолько забылась, что даже критик Львов Рогачевский принял ее за новое произведение Блока. Примечание. Смотри Львов Рогачевский, поэт-пророк памяти Блока, Москва. 1921 год, страница 24-27. Отношения Александра Александровича к Колянскому сразу приняли дружеский характер, основанный на полном доверии и симпатии. Молодой издатель, еще неопытный в своем деле, руководствовался советами Александра Александровича и быстро развился под его влиянием, приобретя почетное и прочное положение за первой книгой Александра Александровича последовала другая в том же издательстве, и мало-помалу дело свелось к тому, что Александр Александрович за редким исключением стал печатать свои сочинения только в «Волконосте». Но вернемся к началу чреватого событиями сезона 1917-18 года. Положение Александра Александровича после упразднения Чрезвычайной следственной комиссии стало критическим. Ему приходилось или идти в солдаты, или поступать на гражданскую службу. То и другое ему притило, приходилось выбирать из двух зол. Меньше он выбрал службу гражданскую, тем более что представлявшиеся ему случаи, избавляя его от ненавистной ему военщины, в то же время имели касание к литературе и искусству, и таким образом Александр Александрович надеялся отдать свои силы недаром и принести пользу хотя бы ценой больших жертв и его ущерб своему личному творчеству. Еще раньше, осенью 1917 года, он стал работать в литературной комиссии, заменившей Театрально-литературный комитет Александринского театра. Тогдашний директор государственных театров Батюшков пригласил его туда в качестве члена вместе с Морозовым, Горнфельдом и Султановой. Примечание. Федор Дмитриевич Батюшков, 1857-1920, литературовед, критик, публицист. Аркадий Георгиевич Горнфельд, 1867-1941, справка о его взаимоотношениях с Блоком, литературное наследство, том 92, книга 3, страница 51. Литература Литературовед, публицист, переводчик. Екатерина Павловна Султанова-Леткова. 1856-1937. Писательница. Но это длилось недолго. В начале 1918 года уже при новой власти Александр Александрович был приглашен в члены репертуарной комиссии театрального отдела. Это было большое дело. В комиссии насчитывалось множество членов, в том числе профессора Зелинский и Котлеревский, Морозов и многие другие. Александр Александрович был выбран председателем репертуарной комиссии и принялся за дело с жаром и большими надеждами. В его обязанности входило частое посещение драматических театров и рассмотрение старых и новых пьес. Под руководством Александра Александровича работали в библиотеке Александринского театра молодые и интеллигентные люди, любящие искусство. Они пересматривали пьесы, не пропущенные цензурой и накопившиеся с давних лет. В этом обширном материале было много не только забытых, но и незнакомых пьес, никогда никем не прочитанных. Примечание. О деятельности Блока в репертуарной секции смотри «Герасимов», Александр Блок и Советский театр первых лет революции, Блоковский сборник, выпуск 1, страницы 321-343. Молдаванова, Александр Блок и репертуарная секция Наркомпроса, Советские архивы 1968, номер 6, страница 104, 105. Евгений Бень. Всякое дело теперь должно стать большим. Вопросы литературы 1985 год, номер 2, страница 179, 188. Неизданное письмо блока Вячеславу Иванову, публикации Герасимова. Александр Блок. Исследования и материалы Ленинград 1987 год, страница 236-240. О деятельности комиссии по рассмотрению старых пьес. Смотри Книпович об Александре Блоке. Воспоминания, дневники, комментарии. Москва 1987, страница 19-20. У себя на дому Александр Александрович рассматривал новые пьесы. Одобряемые им и комиссии должны были печататься в издательстве театрального отдела. В 1919 году в издательстве Тео вышел целый ряд пьес классического репертуара как русских, так и иностранных, а также пьесы новых писателей. Александр Александрович много занимался составлением списка пьес для народного театра. В числе желательных, кроме классических пьес и старинных водевилей, он считал также мелодрамы. Задачи театрального отдела были широкие. Предполагалось развить театральное дело в деревне, дать народу возможность иметь пьесы лучшего репертуара и создать кадр инструкторов для постановки их в сельских театрах. Александр Александрович побуждал членов комиссии репертуарной секции к энергичной работе, произносил речи, пересматривал у себя на дому новые пьесы, отмечая, все маломальски свежее и талантливое, и сначала верил в возможность живой и плодотворной работы, результаты которой могли бы вознаградить его за потраченную энергию и постылый труд, отвлекавший его от настоящего дела. Но вскоре он убедился в том, что все широкие замыслы оставались только на бумаге, так как средств на их осуществление не было, запросов из провинции было много, но когда Александру Александровичу приходилось дежурить в канцелярии Тео, он чувствовал полное бессилие. На вопрос рабочего указать ему где можно найти такую пьесу островского приходилось отсылать его в известную театральную библиотеку, зная заранее что он не найдет там того что ему нужно. Когда просили прислать инструкторов, он тоже не имел возможности удовлетворить эту просьбу, так как ни людей ни денег на это не было. В видя бесплодность своих усилий александр александрович заявил комиссии о своем желании сложить себя председательские полномочия, и в конце концов, несмотря на дружные упрашивания всех членов не покидать этого поста, он исполнил свое намерение и остался в Тео только в качестве члена, но это удалось ему не сразу. Мы с Александрой Андреевной проводили этот сезон далеко неблагополучно. Мать. Александра Александровича, как и мы, голодала в отсутствии мужа, который вернулся с фронта только к 1918 году. Я жила в эту зиму в комнате, расположенной на одной лестнице с блоками, через площадку, служила в частном обществе, где было много работы при ничтожном заработке, которого хватало только на квартирную плату и мелкие расходы. Меня поддерживал Александр Александрович. Он кормил и меня, и мою прислугу, жившую у него в кухарках. В середине этой трудной зимы я заболела от истощения, а весной у меня обнаружилось острое психическое расстройство. Вначале меня поместили в клинику душевнобольных, а в конце мая Франц Феликсович отвез меня в деревню к сестре Софье Андреевне, где я провела все лето и заметно поправилась. С приездом мужа Положение Александры Андреевны изменилось к лучшему, так как Франц Феликсович стал служить в двух учреждениях, где получал не только жалования, но и пайки. Но здоровье Александры Андреевны было очень неважно, что отражалось, как всегда, главным образом на ее нервах. Плохо влиял на нее и мое нормальное состояние. В марте месяца того же года Александр Александрович узнал о смерти своей сестры Ангелины, которую давно не видел, так как она переселилась в Новгород. Весть о смерти ее принесла ему мать Ангелины, которая пришла к нему вечером вскоре после похорон. Ангелина служила сестрой милосердия в новгородском лазарете. Обязанности свои она исполняла с редким самоотвержением и заслужила всеобщую любовь и глубокое уважение. Она умерла, заразившись воспалением спинного и головного мозга, записала Александр Александрович в своем дневнике. Ангелина прожила не более 27 лет. Ее памяти Александр Александрович посвятил сборник стихов «Ямбы». Тем временем Любовь Дмитриевна затеяла новое дело. Она хотела создать для рабочих театр благородного типа с хорошим репертуаром и стала устраивать его в помещении Лунапарка. Хлопоты начались еще с марта 1918 года, но театр открыл свои действия только в мае. Любовь Дмитриевна сама играла в набранной ею труппе и очень увлекалась этим делом. Не смущало ее и то, что прислуга была отпущена, и ей приходилось самой делать всю домашнюю работу. Но дело с театром не пошло на лад. Все благие начинания тормозились из-за недостатка средств, а всего огорчительнее было то, что рабочие-то и не пришли в театр. Его посещала обычная буржуазная публика. В это лето Александру Александровичу пришлось взять на себя еще одну работу. В апреле 1918 года возникло новое большое дело издательство ⁇ Всемирная литература ⁇ под ведением Горького, которому правительство дало на это большие средства. Были приглашены литераторы для заведования многочисленными отделами литературы. В числе их оказался и Александр Александрович, который взял на себя редактирование собрания сочинений Гейне. Всемирная литература открыла свои действия летом в обширном помещении на Невском. Издательство принимало и печатало как новые, так и старые переводы со всех европейских языков, исключая славянские. Кроме собраний сочинений иностранных авторов, начиная с раннего периода и кончая новейшими, издавалась еще особая библиотека для народа, куда входили отдельные сочинения с подходящим содержанием. Александру Александровичу часто приходилось писать по заказу Горького вступительные статьи и о различных авторах для народной библиотеки. Заседания литературной коллегии всемирной литературы происходили в помещении редакции два раза в неделю. На них решались вопросы общего и частного характера. Читались доклады и происходили прения. Примечания. Об издательстве всемирной литературы смотри «История книги» в СССР 1917-1921, том 1 «Москва», 1983 год, страница 208-228. О блоке во всемирной литературе смотри «Ланда», «Мелодии книги», «Москва», 1982, страница 70-84. Вступив в литературную коллегию всемирной литературы, Александр Александрович тоже пережил период надежд, увлечения и разочарования. Он чувствовал большую симпатию к Горькому и надеялся много сделать при его содействии. Сначала дело как будто пошло на лад. Отношения с Горьким завязались хорошие, и никаких разногласий с ним не было. Но с течением времени начало обнаруживаться расхождение по многим вопросам, не только с Горьким, но и с другими литераторами, в особенности с Гумилевым. Примечание. С Николаем Степановичем Гумилевым, 1886-1921, блока связывали давние и сложные отношения. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 56-57, 529-530. При выборе избранных сочинений авторов Горький руководствовался соображениями, не имевшими никакого отношения к искусству, а кроме того, часто менял свои решения и поступал очень деспотично. Это особенно ярко выступало при выборе сочинений для народной библиотеки. Таким образом, и здесь Александр Александрович был обманут в своих лучших чувствах. Ему не удавалось воплощать свои взгляды, всюду встречал он противодействие, а между тем работа была утомительная и ответственная. Длинные заседания и домашняя работа отнимала массу сил. Почти весь день уходил на служебные обязанности. В результате Александр Александрович почувствовал себя скованным насильственной и немилой работой. По свойству своей натуры он считал, что нельзя совмещать свободное творчество со службой. Что-нибудь одно — или быть писателем, или служить, — говорил он. И потому его муза умолкала всякий раз, когда судьба заставляла его служить. Он забавлялся иногда писанием шуточных стихов, всегда очень остроумных, занятия, которые ему Ничего не стоило и доставляло удовольствие, но серьезной творческой работой, которая требовала особого настроения и атмосферы, не мог заниматься. И все же можно сказать, что первое лето 1918 года служба во всемирной литературе еще не очень тяготила Александра Александровича, так как дело шло вначале на лад, и пора разочарования еще не наступила. Александр Александрович был в бодром настроении и еще подбодрял себя длинными загородными прогулками с купанием. Это удовольствие доставлял он себе при всякой возможности, а иногда даже уклонялся от заседаний, вешал телефонную трубку и, махнув рукой жене, с шаловливым видом удирал, как школьник, в Шувалово или на Лахту. В это лето условия жизни Блоков изменились к лучшему. Этому способствовали и новые заработки, и связанные с театром удобные случаи — во-первых, там можно было часто покупать хлеб, что тогда было трудно. А во-вторых, Любовь Дмитриевна выхлопотала, как актриса, две карточки в столовой музыкальной драмы, которая помещалась против дома, где жили блоки, и была очень хорошая и дешевая. Осенью 1918 года Любовь Дмитриевна получила приглашение в артистический клуб «Привал комедиантов», где за определенное жалование каждый вечер читала «12». Заработок этот послужил новым подспорьем в хозяйстве. К этому времени блоки вообще применились к новым условиям жизни. Они кое-что начали продавать. Голодать больше не приходилось, дрова на зиму тоже были запасены, и их нужно было немало, так как зимой даже при хорошей топке Александр Александрович всегда страдал от холода. Это была зябкость, свойственная нервным людям. Зимой вообще Александру Александровичу жилось гораздо труднее, особенно в темное время, в октябре и ноябре. Темнота его удручала и сильно действовала ему на нервы. Это легко проследить по его стихам, написанным в это время года. Зато приближение весны он начинал чувствовать необыкновенно рано, часто в конце декабря, когда тепле еще не было и помину, и сама весна его не томила, а бодрила. В конце августа 1918 года я вернулась в Петербург из деревни и поселилась в комнате того же дома, где жили блоки, но по другой лестнице. За лето я настолько оправилась и окрепла, что могла жить самостоятельно на средства, которые получала из своей доли от продажи во всемирной литературе переводов моей покойной матери и сестры Красновой. В эту же осень Александра Андреевна и Франц Феликсович переехали на новую квартиру, которую нашел им Александр Александрович в том же доме, где жил он сам. Это была та самая квартира в четыре комнаты во втором этаже с видом на пряжку, куда впоследствии переселились и блоки. Александра Андреевна была в восторге от возможности жить в одном доме с сыном. Он тоже был очень доволен этой комбинацией. 25 октября, день годовщины переворота, блоки провели как настоящие пролетарии и революционеры. Днем они, несмотря на дождь, ходили смотреть процессии, а вечером смотрели пьесу Маяковского «Мистерия Буф» в театре музыкальной драмы. До конца 1918 года не произошло в жизни Александра Александровича ничего нового, все та же работа в двух учреждениях, начинавшая уже сильно его тяготить, о литературных новостях я уже упоминала. Глава пятнадцатая. Весь 1919 год прошел в усиленной работе. В начале года это были доклады в репертуарной секции Тео, отзывы о пьесах, составление списков пьес и редактирование издаваемого Тео журнала Репертуар. 16 февраля 1919 года Александр Александрович получил из Тео желаемую отставку, а через два с половиной месяца последовало приглашение от Мари Федоровны Андреевой. Вступить в дирекцию руководимого ею Большого драматического театра, который открыл свои действия в помещении музыкальной драмы. Примечание. Мария Федоровна Андреева, урожденная Юрковской по первому браку, Желебушская 1868-1953, актриса, жена Максима Горького. В 1918-21 годах была комиссаром театров и зрелищ Союза трудовых коммун Северной области, директором Большого драматического театра. Письма блока к ней, восьмой тон, 520-я страница, 528-я. Ее письмо к блоку Андреева переписка, воспоминания, статьи, документы, воспоминания о. Андреевой, Москва, 1961, страница 264-265. Мария Федоровна горячо упрашивала Александра Александровича взять на себя председательствование в режиссерском управлении. Он долго колебался, не решаясь принять этот директорский пост, но в конце концов дал свое согласие. С 26 апреля он уже вступил в исполнение своих обязанностей, и, как всегда, горячо принялся за дело. Актеры и администрации театра приняли его как нельзя лучше. Место главного режиссера занимал Лаврентьев, управляющего театром Гришин. Главным администратором театра был Бережной. Примечание. Андрей Николаевич Лаврентьев, 1882-1936, член режиссерского управления БДТ, актер и режиссер, Александр Ильич Гришин, директор БДТ, Тимофей Иванович Бережной, 1889-1963, администратор БДТ. Сводки данных об их взаимоотношениях с Блоком смотри. Литературное наследство, том 92, книга 3, страницы 97, 55-56, 36-37. Театр располагал большими средствами. Репертуар был почти сплошь классический. Шекспир, Шиллер с прибавлением нескольких новых пьес. Дантон, Левберг, Рваный плащ, Сэм Бенелли, Царевич Алексей Мережковского и Разрушитель Иерусалима Ернфельда. Шли также комедии Мольера и Гальдони. Декорации писались лучшими художниками Бенуа, Щуко и так далее. Костюмы и постановка были роскошны. Александр Александрович председательствовал на заседаниях, исправлял тексты переводных пьес, читал новые пьесы, сочинял речи, которые произносил перед началом и при закрытии сезона. Другие его речи служили темой для бесед с актерами и произносились по поводу первых представлений таких пьес, как «Отелло», «Король лир», «Голубая птица», «Метерлинка» и других. Его же речи произносил Лаврентьев на красноармейских спектаклях перед представлением разбойников Д'Антона, Рваного плаща, Дон Карлоса. Многие из этих речей напечатаны в жизни искусства и в собрании сочинений Блока. Александр Александрович часто посещал Большой драматический театр, иногда прослушивал целую пьесу, иногда один или два акта, случалось ему присутствовать и на репетициях. Вскоре театр сделался для него своим. Он полюбил его и не жалел сил для того, чтобы развить и вдохновить актеров и поднять уровень театра. В этом сезоне дела Большого драматического театра шли хорошо, публика охотно посещала спектакль. Романтический дух, который поддерживал Александр Александрович, еще не приелся и не возбуждал больших нападок со стороны прессы. Работа Александра Александровича в Большом драматическом театре оплачивалась небольшим жалованием, но, кроме того, получался паек и отдельные выдачи — сыр, конфеты, масло, мука. Тем временем во всемирной литературе шла своя работа. Александр Александрович усердно и крайне добросовестно занимался редактированием сочинений Гейна, между прочим, прочел несколько докладов по этому поводу. К концу года он сдал один том собраний сочинений. Примечание. О работе Блока над изданием Гейна «Смотри, Ланда», Мелодии книги Москва», 1982, страница 85, 112. На заседаниях Александр Александрович давал отзывы о целом ряде старых и новых пьес, о критических статьях и так далее. С весны началась работа по составлению планов и набросков исторических картин. С мыслью об этих картинах особенно носился Горький, но из бесконечных разговоров на заседаниях, докладах и прочего почти ничего не вышло. Александр Александрович написал по заказу Горького своего Рамзеса, изданного впоследствии алконостом. В этом же году Александр Александрович составил список авторов XVIII-XX веков и написал к ним объяснительную записку. 30 марта в 2 часа дня Состоялось в помещении всемирной литературы чествования горького. Александр Александрович остался доволен этим торжеством. Сам он сказал горькому очень прочувствованную речь, в которой главным образом говорилось о музыке горького. Тон речи и хорошие искренние слова, которые так умел в таких случаях подбирать Александр Александрович, конечно, были приятны горькому, но упоминание о музыке было для него непонятно и неожиданно. В 1919 году вышло в свет в издательстве «Алконост» второе издание брошюра «Россия и интеллигенция», сборник стихов «Ямбы», «Кателина» и «Песни судьбы» в исправленном и дополненном виде. С начала года начались переговоры с Ивановым Разумником об учреждении Вольной философской ассоциации. Александр Александрович ездил для этого к нему в царское село, но прежде чем удалось привести это дело к концу, главные учредители и участники его, Иванов Разумник, Ремезов, Петров Водкин, Штейнберг и другие, были арестованы. Примечание. Кузьма Сергеевич Петров Водкин, 1878-1939, художник, автор автобиографических книг. Арон Захарович Штейнберг, литератор. Об их аресте рассказано в воспоминаниях Штейнберга «Память Александра Блока», Петроград, 1922 год, страница 35-53. Помимо них были арестованы также Лемке и Ремезов. В числе их оказался и Александр Александрович, арестованный по подозрению в принадлежности к партии эсеров. Арест состоялся 15 февраля. Блок по обыкновению пошел вечером гулять, в его отсутствие явился комиссар, который был принят Любовью Дмитриевной. Как только Александр Александрович вернулся с прогулки, он был арестован. Выпустили его на третий день утром. Он пришел домой около одиннадцати часов утра, зайдя предварительно к матери. Открытие Вольфилы состоялось весной 1919 года, кажется, в апреле. На первом заседании Александр Александрович прочел доклад «Крушение гуманизма» который появился в печати два года спустя в московском журнале «Знамя». Этот вечер был одним из лучших впечатлений Александра Александровича в этом безрадостном году. Весной Александр Александрович был приглашен в союз деятелей художественной литературы и за два месяца своего пребывания в этой организации успел сделать очень много работы. Кроме участия в заседаниях, он составлял списки писателей XX века и писал рецензии о стихах поэтов Цензора и Георгия Иванова и многих других, а также выступал на трех вечерах Союза, читая свои стихи. Примечание. Дмитрий Михайлович Цензор, 1879-1947, и Георгий Владимирович Иванов, 1894-1958. Отзывы Блока «Смотри», Шестой том, триста тридцать триста тридцать страницы. Воспоминания цензора о Блоке, Ленинград, тысяча девятьсот сорок номер, 5, страница 19. А взаимоотношениях Иванова и Блока смотри Литературное наследство, том девяносто второй, книга третья, страница пятьсот пятьдесят восьмая, пятьсот пятьдесят В семье нашей в этом году было много тревожного и печального. Здоровье Франца Феликсовича пошатнулась, а между тем ему приходилось довольно много работать, а иногда и далеко ходить. Александра Андреевна отпустила прислугу и выбивалась из сил, исполняя всю домашнюю работу, кроме стирки. Ходила на рынок, носила пайки, продавала вещи. Все это было совсем не по ней, и Александр Александрович все время беспокоился о ее здоровье, имея на это полное основание. Он помогал ей по мере сил деньгами и припасами, но существенно изменить положение дела не мог, так как труднее всего Александре Андреевне было обходиться без прислуги, а нанять ее он не имел возможности. Моя поправка оказалась непрочной. Нервы мои не выдержали заботы суеты петербургской жизни, и в январе я вновь заболела нервным расстройством. Я решила уехать из Петербурга в лугу, где у меня были знакомые, которые наняли мне квартиру. Зная, что в луге жизнь дешевле и проще, я ликвидировала свои дела в Петербурге и в начале февраля уехала в сопровождении своей старой прислуги, о которой я здесь упоминала. Она взяла на себя все заботы обо мне, и родные мои были спокойны, поручая меня именно ей. Я прожила с ней в луге два с половиной года, изредка приезжая повидаться со своими, и совершенно оправилась от своих недугов. В марте месяца этого года неожиданно для всех скончалась в Москве наша старшая сестра Софья Андреевна, самая здоровая и крепкая из нас. Тем временем Любовь Дмитриевна продолжала свою службу в привале комедиантов. Она выступала там до марта 1919 года, после чего стала служить в Эрмитажном театре и ездила на гастроли в Кронштадт и другие места, расположенные поблизости от Петербурга. Весной 1919 года зародился журнал Записки мечтателей, издаваемый Алянским. Во всяком номере появлялось какое-нибудь небольшое произведение блока, хотя бы из его старых, неизданных стихов или набросков, имеющих касательство к искусству. К приятным воспоминаниям этой скучной и нудной зимы можно отнести несколько пирушек с хорошим угощением. В привале комедиантов, куда приглашали Александра Александровича по разным поводам, имевшим отношение к искусству. Это было веселое развлечение и хорошая встряска. Там встречался Александр Александрович со многими литераторами и художниками разных специальностей, между прочим, с композитором Лурие, который был в то время во главе музыкальных дел. Примечание. Артур Сергеевич Лурье, 1892-1966, композитор, возглавлял музыкальный отдел наркомпросов в Петрограде. Смотри его статью «Голос поэта», «Орфей», «Книга музыки», «Петербург», 1922 год, страница 35-61. В марте этого года Лурье, уезжая в Москву, Передал Александру Александровичу свое место в Мариинском театре, которым Александр Александрович охотно пользовался сам или передавал его жене. Он часто бывал и в опере, и в балете, что доставляло ему большое удовольствие. Паску в этом году блоки встретили весело. Любовь Дмитриевна наготовила много всякой вкусной пасхальной еды, убрала стол по-праздничному и нарядилась в белое платье. Александр Александрович был очень доволен и с веселым видом встретил мать и отчима, пришедших в гости. Летом Александр Александрович усиленно гулял и купался, облюбовав на этот раз русский берег Стрельны. Запрещение ездить в Стрельню удалось избежать выхлопотов стараниями Любови Дмитриевны какую-то бумагу. В это же лето начались поползновения на выселение блоков из их квартиры, которые тоже удалось прекратить. Пришлось хлопотать Любови Дмитриевне также по поводу какого-то высокого налога, который хотели взыскать с Александра Александровича. Но после нескольких походов ей удалось предотвратить и эту беду. С осени начались новые неприятности. Во-первых, отсутствие света. Любовь Дмитриевна с трудом доставала свечи для занятий Александра Александровича. Сама же сидела по вечерам с ночником, так как керосину было достать невозможно. Затем Александру Александровичу пришлось сидеть у ворот на вечернем дежурстве. В восемнадцатом году он отклонил эту тяготу, наняв за себя дворника. Теперь же нанять было некого, и он проскучал несколько вечеров за этим клубом. Занятием. Вероятно, он был бы рад, если бы что-нибудь случилось, ему пришлось бы как-нибудь действовать. Но сидеть у ворот без дела только потому, что этого требует домовый комитет, побуждаемый трусливыми обывателями. Справедливо казалось ему бесцельным и даже смешным занятием. Я не говорю уже о скуке. Отсутствие света закрытие лавок и упразднение телефонов, ознаменовавшие сезон 1919-2020 года сильно раздражали Александра Александровича. Настроение его становилось все хуже и хуже. Каждый шаг жизни усложнялся, а между тем работать приходилось все так же, то есть с не меньшим напряжением сил, причем результаты этой работы все менее и менее его удовлетворяли. Во всемирной литературе, несмотря на прекрасное отношение к нему большинства коллегии, дело тормозилось все усиливавшимся разногласием с Горьким и Гумилевым. В Большом драматическом театре Александр Александрович раздражало и угнетало деспотическое вмешательство Андреевой. Сначала это были только принципиальные расхождения, которые давали себя знать главным образом на заседаниях и без того составлявших самую тяжелую часть службы Александра Александровича. Но понемногу те же черты обнаружились и в самой работе театра. Вначале Александр Александрович относился ко всему этому довольно легко. Но с течением времени он все более и более тяготился выступлениями Марии Федоровны. Его утешало только общее отношение к нему всех служащих театра, администрации, актеров, начиная со старших, Юрьева, Монахова и Максимова, и кончая сторожами и мелкими служащими. Примечание: Юрий Михайлович Юрьев 1872-1948, Николай Федорович Монахов.

1920 год начался с важных семейных событий. В конце января скончался от последствий воспаления легких Франц Феликсович. Блок своими руками уложил его в гроб, украсив крышку крестом из позумента. Обстановка похорон была, разумеется, самая простая. По тогдашним условиям можно было нанять только убогие дроги, на которые поставили гроб с тем, чтобы вести его на Смоленское кладбище. В день похорон стоял трескучий мороз. Александра Андреевна была очень утомлена работой последних месяцев и уходом за больным, и вдобавок сильно простужена, поэтому она проводила групп только до конца Алексеевской улицы. Любовь Дмитриевна тоже не пошла дальше, осталась дома, чтобы встретить мужа горячей едой в натопленной комнате, так что хоронил Франца Феликсовича один блок. Могила Франца Феликсовича расположена поблизости от наших покойников, по другую сторону той дорожки, у которой похоронен его пасынок. После смерти мужа Александра Андреевна заболела сильнейшим бронхитом. Для удобства ухода и сношений сын перевел ее на свою квартиру, где она и перенесла всю болезнь. Чтобы не отвлекать Любовь Дмитриевну от ее домашней работы и необходимых походов, взяли сестру милосердия. Александра Андреевна поправилась довольно скоро, а так как опять начались разговоры о возможности вселения в квартиру Александра Александровича, он решил перебраться с женой к Александре Андреевне. Оставив часть вещей на своей старой квартире у тех, кто ее нанял, а часть продав, он перенес все остальное вниз вдвоем с наемным помощником. Мать перенес он на руках обратно в ее квартиру и быстро устроился на новом месте. Таким образом, вся семья избавилась от опасности вселения и приобрела кое-какие преимущества. Во-первых, меньше шло дров, а во-вторых, их легче было носить во второй этаж. Теснота, разумеется, была изрядная, так как, несмотря на продажу всего лишнего из обстановки Александра Андреевны, покойного Франца Феликсовича и Блоков, мебель в квартире оказалась все-таки значительно больше прежнего — а пространство ее было меньше верхней. Между прочим, Александра Андреевна хотела продать письменный стол Александра Александровича и поставить ему другой, принадлежавший деду Бикетову, который был гораздо больше и лучше, но Александр Александрович предпочел оставить у себя прежний, сославшись на то, что за этим столом была написана большая часть его стихов. В большой комнате с двумя окнами на пряжку Александр Александрович поставил свои шкафы и полки с книгами. Письменный стол поместился, как всегда, боком к окну. В той же комнате стояла и кровать, заставленная ширмами, а также обеденный стол, менявший свое место сообразно времени года. Летом он стоял у свободного окна, зимой рядом с печкой. Над постелью своей Александр Александрович по обыкновению повесил картинку с изображением непорочной девы Имма Колата, подаренную ему в раннем детстве маленькой итальянкой Софии. На одной из стен висел давнишний подарок матери, вид Бад Наугейма и фотография Мадонны Сассо Феррато, в которой Александр Александрович находил большое сходство с женой. До весны шла все та же работа, не рассвеченная никакими событиями, случайностями. Трудно досталась Блоку эта зима. Он работал только из чувства долга. Ему казалось, что революционные огни погасли, что кругом было серо и уныло. Александр Александрович был глубоко разочарован и замкнулся в своей печали. Он не слышал уже больше шума от падения старого мира. Ему казалось, что музыка революции отзвучала, и все сводилось к пайкам к серой и нудной борьбе за кусок хлеба. Все с той же добросовестностью делал Блок свое трудное дело в обоих учреждениях. По-прежнему составлял он речи к постановке наиболее ответственных пьес, к спектаклям, устраиваемым для красноармейцев, и к открытию-закрытию сезона. Для всемирной литературы он усиленно иногда ночью занимался редактированием сочинений Гейны и к концу года сдал еще один том. В течение этого года Александр Александрович сделал много мелкой работы. Он редактировал отдельные переводы, давал отзывы о пьесах и стихах и так далее. Зима его сильно утомила, тем более, что он принес тяжелую инфлюенсу, которая длилась целый месяц. В этом году напечатаны были под его редакцией сочинения Лермонтова с его вступительной статьей в издании Гржебина в Берлине. Примечание. О работе Блока над избранными сочинениями Лермонтова смотри «Ланда. Мелодия книги. Москва. 1982. Страница 113-126». В Петербурге Гржебин издал сборник его стихов «За гранью прошлых дней». Волконости вышло седое утро. С весны начались кое-какие события и развлечения. В мае Александр Александрович поехал в Москву по приглашению известного во всей России организатора литературных вечеров и концертов Долидзе, который устраивал вместе с Надеждой Александровной Нолле по мужу Коган ряд концертов с участием блока. Примечание. Федор Евсеевич Долидзе.

Александр Александрович согласился на эту поездку ради поправления своих денежных дел и не раскаялся. Поехал он в сопровождение Алянского со всеми удобствами. В Москве ему предоставлено было два помещения у Долидзе и у Коганов, с которыми он был знаком еще с 1912 года по Петербургу. Александр Александрович выбрал Коганов, которые очень уговаривали его поселиться у них, и провел в Москве две недели. Его выступления, счетом не меньше пяти, были настоящим триумфом. Стол, за которым он читал, был всегда украшен цветами, восторженно принимавшая его публика, ломилась на все вечера, его приветствовали, чествовали, ублажали строгательной любовью. Александр Александрович побывал раз в художественном театре, видался со Станиславским. Мысль ставить розу и крест все еще не была оставлена, но весь состав исполнителей изменился. Большинство мужчин оказались призванными в войско. Гзовская ушла в Малый театр. Станиславский пробовал еще новый способ постановки. Александр Александрович не имел возможности присутствовать на репетициях, но приятно провел время в атмосфере художественного театра. Вообще ему было в Москве очень хорошо. Он освежился, развлекся, приободрился и вернулся в Петербург в спокойном и веселом настроении. Вскоре после возвращения его в Петербург приехала из Москвы и явилась к нему поэтесса Павлович. Примечание. Надежда Александровна Павлович, 1895-1980, поэтесса, автор воспоминаний об Александре Блоке, Блоковский сборник, выпуск 1, страницы 446-506, публикация «Минс и Чернова», «Прометей», том 11, «Москва», 1977

Она задалась мыслью основать в Петербурге союз поэтов, по примеру Московского, и просила Александра Александровича взять на себя инициативу этого дела. Александр Александрович не особенно верил в успех ее проекта, но не отказался работать для его осуществления. Через некоторое время Павлович явилась из Москвы вторично, уже с мандатом и разными полномочиями, и, поселившись в Петербурге, стала часто видаться с Александром Александровичем, хлопача о союзе. Александр Александрович делал все, что мог для организации Союза поэтов, но вскоре обнаружилось, что затея эта не имеет под собой почвы. Александр Александрович был выбран председателем Союза, Павлович исполнял обязанности секретаря. Были, как водится, длинные заседания, не приведшие никаким существенным результатам. Союз поэтов устроил два вечера — на первом из них в городской думе произнес вступительное слово Александр Александрович. Затем он писал отзывы о многих лицах, желавших вступить в Союз. На втором вечере в Доме искусств выступали молодые поэты и поэтессы, в том числе Павлович, Шкапская, Оцуп и многие другие. Примечание. Мария Александровна Шкапская. 1891-1952, поэтесса, впоследствии очеркистка, была членом Президиума Петроградского союза поэтов. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 507-508, 570-571. Николай Авдиевич Отсуп, 1894-1958, поэт, член третьего цеха поэтов. Автор статьи Лицо Блока в его книге Литературные очерки Париж 1961. Александр Александрович не выступал. Хлопот по делам Союза было много. Александр Александрович порядком тяготился этой затеей, тем более, что, кроме и всяких неудовольствий, ничего из нее не выходило. Солидарности между петербургскими поэтами не оказалось. Павлович возбудил всеобщее нарекание, так что Александру. Александровичу пришлось ее защищать от нападок. Сам он тоже пришелся не по вкусу многим поэтам, так что при перевыборах его забаллотировали и выбрали председателем Гумилева. Примечание. Об истории переизбрания Блока и выбора Гумилева смотри в воспоминаниях Павлович. Смотри примечание 10 к этой главе. Очерк Ходосевича, Гумилев и Блок в его книге «Некрополь», Брюссель, 1939 год, и в «Воспоминаниях» Всеволода Рождественского, как это начиналось, день поэзии 1966, Ленинград, 1966, страница 89. Александр Александрович был в восторге, когда это случилось. Ему можно было не заниматься более делами Союза и не ходить на его заседания». Это тем более радовало его, что число заседаний, на которых ему приходилось бывать, все возрастало. Было время, когда, кроме управления Большого драматического театра, всемирной литературы и специальной коллегии, совещавшейся об исторических картинах, ему приходилось заседать еще в правлении Союза писателей в качестве члена правления и члена суда чести, председательствовать в Союзе поэтов и в Высшем совете Дома искусств. Этого одного было достаточно для того, чтобы отбить у него всякую охоту писать стихи. Кроме удачного вечера молодых поэтов был еще один приятный эпизод в жизни Союза. Это юбилей Кузьмина, который состоялся в сентябре. Александр Александрович сказал Кузьмину очень теплое приветствие от Союза Поэтов, в котором затронул вопрос о положении поэта и об обязанности общества оберегать его покой. От затей основания союза поэтов остались только дружеские отношения Александра Александровича и его матери к Павлович. Изложение эпизода неудавшейся организации союза доставило меня несколько забежать вперед. Теперь мне придется вернуться назад. В начале лета 1920 года Александр Александрович возобновил свои обычные прогулки с купанием. Ему случалось с утра уходить в стрельну после сытного завтрака, захватив с собой запас хлеба и шпика, и пропадать на весь день до вечера, скитаясь по разным зеленым трущобам и дебрям. Он купался, жарился на солнце и возвращался домой веселый, загорелый и бодрый. Среди лета ему пришлось участвовать в театральной работе по разгрузке дров. Он исполнял ее охотно и с легкостью выгрузил свою долю — три четверти куба дров. Даже странно подумать, что это было за год до его последней болезни. К этому же времени относится близкое знакомство с Книпович. Оно завязалось с тех пор, как Книпович служил в библиотеке Александринского театра в 1919 году, но с лета 1920 года она стала особенно часто бывать у блоков, сблизилась с Александрой Андреевной и сделалась другом дома. Примечание. Евгения Федоровна Книпович родилась в 1898 году. Критик, литература вет, переводчица. Смотри ее книгу об Александре Блоке. Воспоминания, дневники, комментарии. Москва, 1987 год. Среди лета состоялось в Вольфиле торжественное заседание по поводу 20-летия со дня смерти Владимира Соловьева. Александр Александрович сказал по этому случаю речь. В то же лето Алконост устроил в Вольфиле вечер, на котором Александр Александрович читал поэму «Возмездие». Он прочел предисловие, написанное им в 1919 году, и все, что печаталось до тех пор. Публике было множество, отношений ее к поэме было необыкновенно сочувственное, что было особенно приятно Александру Александровичу. После этого вечера появилась в газетах краткая, но очень значительная заметка Анны Радловой, в которой было сказано, что наше время будет когда-нибудь называться Блоковским. Примечание. Анна Дмитриевна Радлова, урожденная Дармалатова, 1891-1949, поэтесса, переводчица, смотри, Радлова, вечер Александра Блока, жизнь и искусство, 1920, 3 августа в августе состоялось новое, довольно интересное, но мимолетное знакомство. Из Москвы приехала Лариса Рейснер, известная партийная работница и писательница. Она познакомилась с блоками. Устраивались прогулки верхом, катание на автомобиле, интересные вечера с угощением. Эти развлечения были, кстати, среди будничного фона тогдашней жизни. Примечание. В первом издании этот абзац читался так. Из Москвы приехала Лариса Рейснер, жена известного Раскольникова. Она явилась со специальной целью завербовать Александра Александровича в члены партии коммунистов, и, что называется, его охаживала. Устраивались прогулки верхом, катание на автомобиле, интересные вечера с угощением коньяком и так далее. Александр Александрович охотно ездил верхом и вообще не без удовольствия проводил время с Ларисой Рейснер, так как она молодая, красивая и интересная женщина. Но в партию завербовать ей его все-таки не удалось. И он остался тем, чем был до знакомства с ней. Об отношениях Блока и Ларисы Михайловны Рейснер 1895-1926 смотри Шаломова, Александр Блок и Лариса Рейснер. Блоковский сборник, выпуск 4, страница 223-245. Федор Федорович Раскольников, 1892-1939, в это время командовал Балтийским флотом. Я видела Блока в последний раз в конце сентября 1920 года. Я приехала из Луги с вечерним поездом в прекрасную погоду, пришла пешком с вокзала. Меня, кажется, ждали, потому что я предупредила о своем приезде. Я пробыла в Петербурге три дня, на четвертый уехала. Блок был в этот мой приезд невеселый и озабоченный. Все время чувствовала, что у него много сложного дела. Надо обо всем помнить, ко всему приготовиться. Так как у него все было в величайшем порядке. Он никогда не откладывал исполнение того дела, которое было на очереди. То он все делал спокойно и отчетливо, не суетясь справлялся со своими аккуратными записями, быстро находил то, что нужно, так как все лежало на определенном месте. Часть его работы и бумаг была в той комнате, где я ночевала. Он часто туда заходил, доставал что-то из стоявшего там стола и писал то, что ему было нужно. Мое присутствие по временам несомненно его стесняло, но он ни разу не дал мне этого почувствовать и вообще был со мной бесконечно, деликатен. И в этот приезд он, помнится, задал мне обычный вопрос. «Тетя, тебе не надо денег?» Он часто задавал мне этот вопрос и всегда заботился о том, чтобы у меня были деньги. Когда я уехала в Лугу, он вел подробнейшие расчеты и записи моих получений из всемирной литературы, продавал мои вещи, книги и ноты и составлял карточный каталог оставшихся у меня книг. Деньги он посылал мне с оказией, прилагая подробные счета по временам присоединял к этому какие-то лишние деньги, конечно, свои. Посылал он мне также разные вещи для обмена на продукты — спички, табак и тому подобное. Раз даже сам купил для меня на базаре партию черных и белых катушек для той же цели. Когда я приезжал, он часто дарил мне разные мелочи. И в это последнее наше свидание он надарил мне бумаги, конвертов, карандашей и не помню еще чего. Все очень нужных вещей, которых я не имела возможности купить. Помню, как в день моего отъезда мы с ним простились, и он сам затворил за мною наружную дверь. Я долго еще оборачивалась, глядя на него вверх, пока он кивал мне с доброй улыбкой из-за двери. Потом дверь захлопнулась, и больше я уже никогда его не видала. Я долго не ехала в Петербург, боясь стеснить блока, все надеялась на лучшие времена, и так не дождалась их. Глава шестнадцатая. В октябре месяца 1920 года Любовь Дмитриевна, которая уже довольно долго нигде не играла, приняла предложение Радлова вступить в труппу драматического театра народной комедии. Примечание. Сергей Эрнестович Радлов, 1892-1958. Театральный режиссер, поэт, муж Радловый. У Блока в то время не хватало денег, условия, предложенные Радловым, были довольно выгодные, и потому Любовь Дмитриевна дала свое согласие. Она шла неохотно для заработка, но потом втянулась в это дело и увлеклась им, тем более, что идеи Радлова пришлись во многом ей по душе, а театральная атмосфера всегда ее привлекала. Тут пошли трудные времена. Совмещать домашние дела, не имея прислуги со службой в театре, да еще в таком отдаленном, было мудрено. Любови Дмитриевне приходилось утром ходить на базар и получать пайки, к двенадцати часам поспевать на репетицию и, вернувшись к четырем часам, сломя голову, готовить обед. После обеда спешить на спектакль и поздно возвращаться домой уже без трамваев. Таким образом, выходило, что она почти не бывала дома, что очень удручало Александра Александровича. Вообще, надо сказать, что чем дальше, тем больше нуждался он в постоянном общении с женой. Тут была причина не только его нежнейшая и глубокая любовь к ней, но также ее здоровье, жизненность, детская беспечность и умение отвлечь его от печальных мыслей своеобразной шуткой и неизменной светлой веселостью. Если бы она знала, что это последний год его жизни, она, конечно, и не подумала бы поступать в народную комедию. В прежние годы Александр Александрович тоже не любил, когда она уезжала или часто отлучалась из дому, но он переносил это все сравнительно легко. Теперь же он без нее тосковал, падал духом, не хотел приниматься за еду, пока она не вернется. Мать видела это и стала тревожиться за здоровье сына. Но Любовь Дмитриевна по свойственному ей оптимизму не придавала значения всем этим фактам. И действительно, в начале 1921 года еще не обнаруживалось ничего угрожающего. В феврале месяце Любовь Дмитриевна взяла прислугу, так что ей не приходилось уже так часто уходить из дому, но пока не было прислуги, Александру Александровичу пришлось, между прочим, носить дрова из подвала. Это продолжалось всего два-три месяца, так как пока не запретил доктор. Любовь Дмитриевна делала это сама, но Блок, как всегда, не берег своих сил, и вместо того, чтобы делать эту работу постепенно и понемногу, таскал большие вязанки, чтобы скорее отвязаться от неприятной обязанности. Он не жаловался на нездоровье, и раз только в течение этой зимы сделать у него какая-то подозрительная боль в области сердца, которую он принял за что-то другое, и не подумал обратиться к доктору. Между тем болезнь, наверное, уже подкрадывалась к нему. Его нервы были в очень плохом состоянии, по большей части он был в самом мрачном настроении, но и тут иногда случалось ему вдруг неизвестно с чего развеселиться. В такие минуты он смешил жену, мать и какого-нибудь гостя, изображая комический митинг, рисовал карикатуры, раздавал всем какие-то ордена с мудреными названиями вроде «Рев мама», «Рев люба» и так далее. Но такие вспышки были все реже и реже. Сердце, видимо, уставало от жизни, от всего того, что приходилось преодолевать. Ведь недаром писал он матери еще в 1910 году, уговаривая ее не насиловать себя, делая визиты и принимая гостей. Всякому человеку нужно хотя бы до минимума быть таким, как он есть. Есть черта, которую не преодолеешь. Вот этого-то минимума, очевидно, уже не было в те годы, когда Александру Александровичу пришлось делать все наперекор своим наклонностям, и стремлением, и насиловать себя непрестанно и непрерывно. На свете есть много людей, которые служат по неволе и вообще с трудом тянут свою лямку, но для такого исключительного художника, каким был Александр Александрович, это было двойным, тройным ермом, который тащил он совсем через силу, тем более, что он исполнял свой долг с такой неуклонной точностью и добросовестностью. Давно уже была перейдена черта, которой не преодолеешь и сердце, Самый чувствительный орган человека, который никогда не отдыхает, очевидно, давно уже стал уставать. Вдобавок сердце это принадлежало человеку с самой тонкой впечатлительностью, с самыми глубокими восприятиями. И однако, как нетрудно жилось Александру Александровичу в эти годы, как не страдал он от окружающих условий, он никогда ни минуты не думал о том, чтобы эмигрировать. Он считал это изменой. Покидать родину, когда она больна, по его выражению, в стихах о России, он не считал возможным. Он глубоко сочувствовал Анне Ахматовой, которая выразила то же чувство в стихах своего сборника-подорожник. Примечание. Имеется в виду стихотворение, когда в тоске самоубийство Анна Ахматова, подорожник Петроград 1921 год. Интерес блока к этому стихотворению зафиксирован Чуковским. Александр Блок как человек и поэт. Петроград, 1924 год, страница 34-35. Блок специально записал это стихотворение для Нолле на сборнике Ахматовой, подаренном ей. Литературное наследство, том 92, книга 3, страница 110. Он мечтал съездить за границу, когда все уляжется. У них с любовью Дмитриевной был припасен для этой цели своего рода неприкосновенный фонд. Уехать Александру Александровичу ничего бы не стоило. Но он не хотел этого. Жена была вполне солидарна с ним в этом чувстве. Мать тоже одобряла его образ действий. Для выяснения положения вещей мне придется указать еще на один факт, игравший важную роль в жизни Александра Александровича. Между его матерью и женой не было согласия разность их натур и устремлений, борьба противоположных влияний, которые обе они на него оказывали, создавала вечный конфликт между ними. Если бы обе они были заурядные, мелкие женщины, это было бы менее остро. Но так как каждый из них в своем роде крупная величина и индивидуальность, конфликт между ними был сложный и мучительно отзывался на поэте, который, любя обеих, страдал от невозможности примирить противоречия их натур. Любовь Дмитриевна не всегда умела сдерживать порывы своей враждебности, и эти несогласия между наиболее близкими ему существами жестоко мучили Александра Александровича. В сложном узле причин, повлиявших на развитие его болезни, была и эта мучительная язва его души. Теперь, когда его уже нет среди нас, вражда понемногу растаяла, и на место ее выступает мудрое понимание и сознание своих ошибок. Теперь мне остается сказать только несколько слов о последних работах Александра Александровича, о его последних выступлениях в публике и о его последней болезни. Во всемирной литературе он сдал еще один том сочинений Гейна и продолжал редактировать стихи. Относительно деятельности во всемирной литературе есть его характерная запись такого содержания. «Исторические картины затеи Горького два года назад» гальванизированное Гумилевым и Тихоновым, медленно умирает. Заседания, доклады, рецензии о различных книгах и переводах шли своим чередом. В Большом драматическом театре, в общем, было все то же. Можно отметить только 25-летний юбилей Монахова, по случаю которого Александр Александрович сказал ему прекрасное приветствие. В январе состоялось торжественное заседание в Доме литераторов по случаю 84-й годовщины смерти Пушкина. Александр Александрович прочел на этом заседании свою речь о назначении поэта и дважды повторил ее, один раз там же, в другой раз в университете. Речь произвела сильное впечатление, особенно в первом чтении. По этому же поводу Александр Александрович написал свое последнее стихотворение для альбома Пушкинского дома. Примечание. Стихотворение Пушкинскому дому. Об истории его записи смотри Казанович, как было написано блоком стихотворения Пушкинскому дому, публикация Сажина, звезда, 1977, номер 10, страница 199 и 201. Весной он занимался отделкой и дополнением своих набросков ни сны, ни явь, которые вышли уже после его кончины в записках мечтателей. В 1921 году еще при жизни поэта вышел Рамзес в издательстве «Алконост». В начале апреля Чуковский устроил в Большом драматическом театре, переехавшем уже с год назад на Фонтанку, литературный вечер, на котором он сам должен был читать критический очерк о поэзии Блока, а Александр Александрович — свои стихи, примечания. Корней Иванович Чуковский, Николай Васильевич Корничуков, 1882 1969 описывал этот вечер. Смотри письма Блоку к Чуковскому и отрывки из дневника Чуковского. Публикация Чуковской. Литературное наследство, том 92, книга 2, страница 254-255. Смотри также мемуары Чуковского о Блоке, воспоминания, том 2, страница 219-251 и, и его книгу «Александр Блок», как человек и поэт Петроград 1924 публике набралось такое великое множество, что не только были заняты все места в театре, но еще и стояли везде, где это было возможно. Александр Александрович читал прекрасно и имел большой успех. Читал он стихи разных периодов и настроений. Его принимали восторженно, горячо. Молодежь не спускала с него глаз. Ему поднесли цветы, не знали, как выразить свое восхищение. Были тут, конечно, жена и мать поэта, и, между прочим, Андрей Белый, который жил в Петербурге всю эту и, кажется, предыдущую зиму. Александр Александрович был тронут и рад. Это был один из немногих дней, когда он чувствовал себя хорошо, даже весело. Присутствовавший на вечере фотограф Накпельбаум, Возымел счастливую мысль снять в тот же вечер фотографию Александра Александровича при вспышке магния. Примечание. Моисей Соломонович Наппельбаум, 1869-1958, известный фотограф-портретист. О его портрете блока смотри Наппельбаум

Ему мы обязаны той отрадой, которую доставляет последний прекрасный портрет блока, столь похожий и снятый в такую счастливую минуту. В середине апреля начались первые симптомы болезни. Александр Александрович чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время было ужасное, и всякое... Неприятное впечатление усиливало боль. Когда его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать. В этом удрученном состоянии он поехал в Москву в поездку, которая подробно описана в воспоминаниях Чуковского, напечатанных в записках мечтателей. Примечание. Чуковский. Последние годы Блока. Записки мечтателей. 1922 год. Номер 6. Страница 155-183. Перед его отъездом было решено, что Александра Андреевна поедет отдохнуть ко мне в Лугу, куда я звала ее на все лето. Александр Александрович уехал 1 мая, с трудом сошел вниз, опираясь на палку, с трудом сел на извозчика. В Москве надеялся он освежиться и набраться сил, но не тут-то было. Выступление на шести вечерах, по-видимому, окончательно надорвало его сердце. Настроение его в Москве резко отличалось от прошлогоднего. Многие слышали от него, что он готовится к смерти. Несмотря на все триумфы, на самый сердечный прием, оказанный ему москвичами, омраченный только одним неприятным эпизодом при выступлении поэта и мажениста, Александр Александрович был все время невесел, и оживление к нему не вернулось. Примечание. Это был не поэт и маженист. Аберрация в памяти Бекетовой могла возникнуть от того, что вскоре после смерти Блока и маженисты организовали вечер под заглавием «Бордельная мистика», а малоизвестный поэт Александр Филиппович Струве — Родился в 1874 год смерти неизвестен. Тогда заведующий литературным отделом московского пролеткульта. По записи в дневнике Чуковского он говорил, «Товарищи, я вас спрашиваю, где здесь динамика, где здесь ритмы? Все это мертвечина». и сам товарищ Блок мертвец». Литературное наследство, том 92, книга 2, страница 256. Смотри об этом инциденте также в воспоминаниях Антокольского и Розанова. Воспоминания, том 2, страница 140, 387. Между прочим, он советовался в Москве с доктором, который не нашел у него ничего, кроме истощения, малокровия и глубокой неврастении. Но доктор этот ошибся. После своих выступлений Александр Александрович почувствовал себя настолько утомленным, что вернулся в Петербург немного раньше, чем предполагал, предупредив телеграмму и жену о дне и часе приезда. Александра Андреевна уехала в Лугу 4 мая, уже в его отсутствие. Любовь Дмитриевна встретила мужа на вокзале, привезла домой в экипаже, предоставленном ему, Белицким, и рассказала ему, как хорошо удалось обставить отъезд Александра Андреевна при содействии того же Белицкого, который занимал в то время видный пост. Примечание. Ефим Яковлевич Белицкий заведовал отделом управления Петросовета. Александр Александрович был рад видеть жену и вернулся домой довольно веселый, но вскоре впал в обычное для него в то время мрачное настроение. Любовь Дмитриевна нарочно выбрала свободный вечер и, выманив его на улицу в хорошую погоду, повела его по одному из его излюбленных путей, направо от набережной пряжки, потом через мостик и дальше до самой невы. Но во время этой прогулки вдвоем, которая прежде доставила бы ему так много удовольствия, он даже ни разу не улыбнулся. Вскоре после приезда из Москвы у Александра Александровича был первый припадок сердечной болезни, начавшийся с повышения температуры. Позванный по этому случаю доктор Пекелис, ныне уже покойный, тоже не сразу определил у Александра Александровича болезнь сердца. Подтвердив диагноз московского доктора, он нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил как психостению, то есть психическое расстройство, еще не дошедшее до степени клинической болезни. Доктор этот был человек очень знающий, умный и в высшей степени культурный и просвещенный. Он недолго блуждал в потьмах. При первых припадках удушья и боли в груди он выслушал сердце Александра Александровича, и в конце концов вполне правильно поставил диагноз болезни, подтвержденный позднее известным профессором Троицким, ныне тоже покойным. По определению Пекелиса у Александра Александровича было воспаление обоих сердечных клапанов, кроме возрастающей психостении. Прошло около трех недель с первого припадка, прежде чем Пекелис окончательно убедился в том, что у Александра Александровича настоящая сердечная болезнь а не неврозы, которые часто бывают обманчивы. Примечание. Александр Георгиевич Пекелис умер в 1922 году. Лечил Блока во время предсмертной болезни и оставил краткую заметку о ходе болезни Блока. «Голос России», 1921, 6 августа, отрывки, «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 814-817. Сравни.

Болезнь начала быстро развиваться. Доктор Пекелес, который навещал Александра Александровича ежедневно, предписал ему полный покой и велел лечь в постель и никого не принимать, чтобы не утомлять его сердце разговорами и впечатлениями. Но лежание в постели так ужасно действовало больному на нервы, что вместо пользы приносило вред. Через две недели доктор разрешил ему вставать, и он уже больше не ложился бродил по комнатам, сидел в кресле или в постели. В начале болезни к нему еще кое-кого пускали. У него побывали Иванов, Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один Алянский имел счастливое свойство действовать на Александра Александровича успокоительно, и потому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье. Александра Александровича. Последняя болезнь его длилась почти три месяца. Она выражалась главным образом в одышке и болях в области сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться. Доктор Пекелес пустил в ход весь арсенал противосердечных средств. Доставать лекарство было Нелегко, но на помощь пришли друзья, которые на перерыв предлагали свои услуги больному. Друзей этих оказалось великое множество. Между прочим, выказали самое теплое участие все служащие большого драматического театра, особенно Гришин, Лаврентьев и Бережной. Со всех сторон предлагали денег, доставляли лекарства, посылали шоколад и другие сласти. Любовь Дмитриевна отказывалась от денег, так как их было достаточно. Но приношение услуги всегда принималось благодарностью. По части еды она доставала все, что можно было достать, и что нравилось Александру Александровичу. В доме была расторопная и ловкая прислуга, которая оказывала существенную помощь. Александр Александрович кушал ветчину, жареных цыплят, свежую рыбу, икру и уху, бифштексы, яйца, разные пирожки, молоко, ягоды, любимые им кисели из свежей малины и огурцы. Булки, сахар, варенье, шоколад, сливочное масло не сходили с его стола. Ему не готовили сладких блюд, потому что он их не любил. Но ел он, к сожалению, мало. Иногда только просыпался у него аппетит и особая охота, например, к свежим ягодам. Я нарочно привожу все эти подробности, чтобы разрушить басню, которую досужие русские эмигранты сложили о голодающем блоке, кормимом из милости каким-то иностранцем. Все, что можно было сделать для него в Петербурге, делалось. Любовь Дмитриевна, разумеется, перестала играть со временем болезни мужа. Она числилась в трупе, но не выступала. Энергичное лечение Пекелеса принесло некоторый результат. Александру Александровичу стало значительно лучше так, что он ободрился и говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце. В периоды Улучшение. Александр Александрович развлекался работой. Так как Пекель с самого начала настаивал на санатории в Финляндии, потому что условия русских санаторий были в то время неудовлетворительны, Александр Александрович стал готовиться к отъезду за границу. Он рассчитывал, что, поехав в санаторию в сопровождении жены, он пробудет там месяца два, поправится и вернется домой, а Любовь Дмитриевна уедет в Россию еще раньше его, как только лечение пойдет на лад» и приищет более просторную и удобную квартиру с ванной, на которую и переедет до его возвращения. Ввиду этого он стал разбирать свой архив, как делал не раз и прежде, то перед Новым Годом, то осенью или весной. Он любил такую сортировку своих бумаг и основательную уборку с уничтожением ненужного материала. Теперь он отобрал при помощи Любови Дмитриевны все, что находил лишним, сделав тщательные записи того, что осталось и что подлежало уничтожению. Он сжег ненужные рукописи и письма, привел в порядок все остальное и закончил перечень своих работ, начатый несколько лет тому назад. Последняя запись его гласит «Окончен карточный каталог моих русских книг. Сбоку приписка. Запись 25 мая». Во второй половине мая после облегчения, последовавшего за первым припадком сердечной болезни и позднее, во все периоды улучшения, Александр Александрович занимался писанием тех отрывков в стихах и прозе, которые напечатаны в посмертном издании поэмы «Возмездие». После временного облегчения, наступившего в июне, болезнь опять наложила на Александра Александровича свою жестокую руку, и все началось сначала. 17 июня был созван консилиум — из трех врачей — Пекелеса, профессора Троицкого и специалиста по нервным болезням Гизе. Последний ничего не понял болезни Александра Александровича, но Троицкий вполне согласился с Пекелесом в постановке общего диагноза. Он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелесу, «Мы потеряли блока». Мнение это Пекелес до времени скрыл от близких больного. Лечение Пекелеса Троицкий нашел вполне правильным, и оно продолжалось по-прежнему. Решено было увезти больного в санаторию за границу. Начались хлопоты о разрешении ехать в Финляндию, который взял на себя Горький. Не скоро, очень не скоро получено было разрешение. Когда оно пришло, Александр Александрович был уже настолько слаб, что немыслимо было трогать его с места. Но в сердечных болезнях всегда бывают неожиданности. Внезапно могло наступить улучшение, которым можно было бы воспользоваться, чтобы перевести больного. Но так как одному ему ехать было нельзя, стали хлопотать о разрешении для Любови Дмитриевны. Но оно пришло уже после смерти поэта. Во все время болезни Александра Александровича за ним ухаживала только жена. Узнав о болезни сына, мать, разумеется, захотела сократить свой отдых в Луге и вернуться в Петербург, но Любовь Дмитриевна и доктор Пекелес уговаривали ее в письмах повременить с приездом, боясь, что свидание с нею вызовет волнение и ухудшит положение больного. Александра Андреевна вообще имела свойство распространять вокруг себя тревожную атмосферу, а ее нервная болезнь, которая с годами не ослабевала, а все усиливалась, могла очень серьезно повлиять на такого больного, как Александр Александрович. По словам доктора Пекелиса, который не раз говорил с Александрой Андреевной, давая ей советы по случаю ее сердечных припадков, ее нервная болезнь была такого же типа, как болезнь Александра Александровича. Он был поражен сходством того, что говорили ему сын и мать во время его докторских посещений. Любовь Дмитриевна удерживала Александру Андреевну в луге до последних дней жизни Александра Александровича. Мать подчинялась этому требованию и страха нарушить покой больного сына, но всякий поймет, чего ей это стоило. Только раз рискнула она приехать в Петербург. Это было в июне еще до созыва консилиума. Уже тогда мать была поражена страшной переменой, происшедшей в сыне. Она уехала с тяжелым сердцем, умоляя извещать ее как можно чаще о ходе его болезни. Александр Александрович написал ей всего четыре письма со времени своего возвращения в Петербург. В первом, от 12 мая, он описывает свое пребывание в Москве и упоминает о том, что выгодно продал драму «Роза и крест» театру Незлобина, который собирался поставить ее в сентябре. Причем переговоры шли через Станиславского. Постановка эта не состоялась. Пишет он также про свое здоровье и про то, что сказал ему московский доктор. «Дело вовсе не в одной подагре, а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение малокровия, глубокое неврастение, на ногах цинготные опухоли и расширение вен. Боли в руках и ногах приписывались подагре» никаких органических повреждений нет а все состояние слабости испаренный плохой сон и прочее от истощения я буду здесь стараться вылечиться в москве было очень трудно все время болели ноги и рука рука и до сих пор болит так что трудно писать читал я как во сне почти все время ездил на автомобилях и на извозчиках сейчас Ноги почти не болят, мешает главным образом боль в руке, слабость и подавленность. Второе письмо написано карандашом в постели после первого приступа болезни. Третье тоже написано карандашом во время второго самого сильного припадка, когда он начинал проходить 28 мая. Последнее от 4 июня, написано пером, но сильно измененным почерком. Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, все болит, трудно дышать и так далее. После этого он совсем перестал писать. Александру Андреевну извещали о ходе болезни доктор Пекелес, Кнепович и Любовь Дмитриевна. В последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томление от боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза страшно его утомляла. Дни он проводил часто в полудремоте, сидя на постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько бодрее. Любовь Дмитриевна пользовалась этими моментами, чтобы приготовить ему какое-нибудь скороспелое блюдо и давала ему поесть. За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученной апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее. Доктор Пекелис приписывал эти явления, между прочим, отеку мозга, связанному с болезнью сердца. Психостения усиливалась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления шел безостановочно и быстро слабость достигла крайних пределов. Но ни доктор, ни Любовь Дмитриевна все еще не теряли надежды на выздоровление. За четыре дня до смерти сына мать, вызванная доктором, наконец приехала в Петербург. Александр Александрович жестоко страдал до последней минуты. Скончался он в 10 часов утра в воскресенье 7 августа 1921 года в присутствии матери и жены. Перед смертью почти ничего не говорил. Примечание. Окончание блока смотри дневниковые записи Андрея Белого, публикация Гречишкина и Лаврова, «Литературное наследство», том 92, книга 3, страница 794, и его же письмо к Ходосевичу, там же страница 814, «Мемуары Алянского», «Воспоминания», том 2, страница 312, 324. Первая панихида была в пять часов вечера, но еще до панихида с утра весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу, и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, но совершенно посторонние люди. Между прочим, певец Ершов, живший в одном доме с блоками, и другие соседи их по квартире. Примечание. О кончине блока смотри дневниковые записи Андрея Белого. Иван Васильевич Ершов, 1867-1943, которого Блок слышал в Вагнеровских операх. Мариетта Шагинян одна из первых принесла цветы, которые положила к телу покойного. Пришел Бенуа Лурье, многие из тех, кто встречался с Александром Александровичем только вне его дома. Многие плакали на взрыт. Примечание. Мариетта Сергеевна Шагинян, 1888-й. 1982 не была знакома с Блоком лично, хотя обменивалась с ним письмами. Смотри, Мариетта Шагинян, «Человек и время», Москва, 1982 год, страницы 505-515. Зильберштейн, Блок и Мариетта Шагинян, «Литературное наследство», том 92, книга 4, страницы 751-756. Вскоре тело поэта было засыпано цветами, погода была жаркой, все окна открыты. Большой драматический театр взял на себя украшение казенного гроба, присланного покойному, его обили глазетом и кисией. В числе присутствовавших был артист монахов, которому еще так недавно произносил свое приветствие усопший поэт. Пришли литераторы, пришла, разумеется, и Вольфила с Ивановым разумником во главе. Все были глубоко потрясены этой ранней трагической смертью. Между прочим, привез роскошную корзину гортензий ионов. Примечание. Илья Ионович Ионов, Бернштейн, 1887-1942, поэт, заведующий Петроградским отделением ГИЗа, Бикетова сочла нужным особо выделить цветы от него, так как он долгое время был в плохих отношениях с Блоком. В то время как тело лежало на столе, несколько художников сделали с него карандашные снимки. Лучшим из них, действительно очень хорошим, тогда как другие не удались, оказался рисунок матери Любови Дмитриевны, Анны Ивановны Менделеевой. Примечание. Блока на смертном одре рисовали Аненков, Бруни, Менделеева, Форш и Оль. Посмертная маска хранится в Музее Института русской литературы Академии наук СССР Пушкинского дома. Воспроизведение рисунка Аненкова и маски смотри «Долинский искусство» и «Александр Блок. Москва. 1985. Страницы 262-263». Он долго висел на стене той комнаты, где скончался поэт, и куда перешла после его смерти его вдова. Позднее была снята маска и слепок, руки покойного, есть также и фотографии, снятые с него в гробу. Похороны состоялись 10 августа. Гроб, утопавший в цветах всю дорогу до Смоленского кладбища, несли на руках литераторы. В числе их был и брат по духу поэта Андрей Белый в первую минуту забыли положить на гроб крышку. Когда процессия уже двинулась, и кто-то крикнул, что надо закрыть гроб крышкой, все отвечали «не надо». И так и несли тело усопшего в открытом гробу до самого кладбища. В великолепный солнечный день двигалась громадная процессия, запрудившая всю офицерскую от дома поэта до Алексеевской улицы. Гроб несли ровно и дружно, и на виду у всех было тело поэта украшенная живыми цветами. Отпевали его в церкви воскресенье, стоящей при въезде на Смоленское кладбище. День похорон, как и день смерти поэта, оказался праздничным. Примечание. День Смоленской иконы Божией Матери, Адигитрия. В церкви пели обедню Рахманинова, исполнял ее хор филармонии. Тот же хор пел и на панихидах. Похороны были прекрасны во всех отношениях торжественные, красивые и благоговейные. По пути на Смоленское мешали только фотографы, бесцеремонно распоряжавшиеся толпой и отдававшие какие-то наглые приказания. Никто не произносил речей на могиле поэта. Его похоронили рядом с могилой его тетки Красновой, против могилы бабушки Бекетовой, поставили простой, некрашенный крест и украсили могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов, не переводились на этой могиле свежие цветы. Близкие находили на ней чьи-то стихи, обращенные к поэту. Примечание. По предложению Гельперина именно эти стихи сохранились в архиве Блока. Смотри «Литературное наследство», том 92, книга 3, страницы 581-582. Первый, кто почтил память покойного, была Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, которая совместно с Петроградским пролеткультом устроила 16 августа вечер памяти Блока, а затем Вольфила, ближайшее заседание которой после смерти поэта было посвящено ему. Стенограмма этого заседания напечатана в книге, изданной Вольфилой. Примечание «Смотри память Александра Блока, Андрей Белый, Иванов Разумник, Штейнберг». Петроград 1922 год. Немного спустя в Вольфиле произошло второе событие, отметившее память Александра Александровича Блока. Андрей Белый два дня читал свои воспоминания о покойном поэте. Кто имел счастье присутствовать на этих чтениях, знает, что это были дни выдающиеся по своему значению. Андрей Белый говорил с таким вдохновением и проникновенностью, так прекрасно и выпукло очертил облик поэта в пору его светлой юности, что вся зала была потрясена и растрогана, а для нас, трех осиротевших женщин, это было живой отрадой. Мы как бы вновь пережили эти прекрасные годы. Эту книгу я писала не в одиночестве, я не могла бы довести ее до конца, если бы мать и жена поэта не помогли мне своими советами и воспоминаниями о том, что мне было неизвестно или неясно. Эта летопись жизни его написана нашей любовью. Петроград, 17 июня 1922 года.